Сьогодні в нас гарний гість Олег Хом'як, психолог, тренер, політичний психолог і взагалі цікавий співрозмовник. Тому, пане Олеже, ми вас вітаємо в Полтаві. Дякую, добрий вечір. Я буду російською розмовляти, тому що так буде зручніше. Небагато про себе там скажу. Я зараз ще два оголошення і даю вам слово. Перше оголошення. В разі повітряної тривоги, ось тут у нас є прекрасний кафедральний собор, і праворуч від мене, так, ліворуч від вас, металеві зеленого кольору двері. Це вхід в сховище, бомбосховище, по східцях вниз. І ще одне оголошення. Наш захід, як і багато речей в теперішньому нашому житті, він теж спрямований на допомогу Збройним силам України. В нас є скринька. І для тих, хто зареєструвався, хто взяв участь, є прекрасна можливість зробити сьогодні модне латинське слово «донат», так, внесок свій. Тому хто забув це зробити, може впродовж нашої бесіди, або після бесіди, або взагалі впродовж інших днів. Будемо дуже вдячні. Пане Олеже, вам слово. Ще раз добрий вечір. Пару слов о себе. Я по образованию психолог, Санкт-Петербургский университет, факультет психологии, кафедра политической психологии. Я работал много в бизнесе, это консультирование, это тренинги, стратегические сессии, индивидуальное консультирование, психотерапия. И вот политическая психология – это, с одной стороны, часть моего образования, кафедра политической психологии, с другой стороны, сейчас как бы, это такая тема максимально интересная, поэтому когда много стало публичных таких-то выступлений, меня обычно представляют политический психолог. Это если так кратко о себе. Для того, чтобы дальше о чем-то говорить, может быть, было бы хорошо, если бы вы сказали какие-то ваши ожидания. Есть ли какие-то ожидания, о чем бы вы хотели услышать? Ну, в какую сторону мне ориентироваться? Потому что я все-таки психолог, не, там, не политолог, не философ, а психолог. Есть... У нас, вибачте, я не оголосив, у нас заявлена взагалі тема, так, особиста стратегія оновлення на шляху до перемоги. Тобто, очевидно, що, ну, принаймні від мене особисто, я б хотів почути, що мені особисто треба робити, щоб наблизитися до перемоги, наблизити перемогу і що робити після перемоги. Окей. Можливо, у когось є ще якісь очікування? Будь ласка. Чи поки ще нема, да? Ми знаходимося в ситуації достатньо складної, тобто це розрушення світу, да? Тобто то, к чому ми привикли. И, соответственно, когда я говорю о психологии, я говорю о том, в частности, каждый из нас участвует в этой ситуации. Соответственно, что лично с нами происходит, как мы проживаем, переживаем это. Если мы говорим о том, что должна измениться страна, ну, мы предполагаем, что должна была бы измениться. Ну, все хотели бы, чтобы страна изменилась, правильно? Наверное, худшее, что можно... Ну, это не худшее, но, скажем, такой не лучший вариант, если мы... вернемся к тому, что было до 24 февраля. Худший вариант, если мы вообще куда-то улетим, а, скажем, пройти через эти все испытания и вернуться в то, что было, это какая-то будет странная цена. То есть в большинстве случаев люди все-таки предполагают, что все эти испытания приведут к чему-то большему, лучшему, там, правильно? Какая-то Украина будет другая, то есть в Украине будет по-другому. И об этом очень много говорят, то есть много спикеров может выступать на эти темы, как нужно, какую страну построить. По телевизору об этом все можно слушать, говорить. Но почему-то, вот, как, на мой взгляд, практически редко у кого возникает такой вопрос, который совершенно логичен был бы. Ведь не может же страна, что такое страна, это же абстракция в каком-то смысле, не может же страна измениться, при этом каждый отдельный человек останется таким, как он был. Ну, как это? То есть страна такая, какая она есть результат того, что мы вот такие. Мы определенным образом мыслим, реагируем там, и так далее. И когда люди участвуют в обсуждении о том, что должно было бы произойти в стране, я практически, ну, редко когда сталкивался с тем, что человек при этом говорит о тех изменениях, которые с ним должны были произойти, что он, как он поменяется. Такой разворот, он обычно, ну, как бы является совершенно непривычным, и первая реакция вызывает, как бы, там, может вызывать некоторое такое удивление.
Почему я? Это же государство должно поменяться. Но по факту, что такое государство, что такое общество, это совокупное как бы настроение, действие всех граждан. То есть, в конце концов, государством управляют политики, политиков выбираем мы. То есть, выбираем тех, кто нам нравится или меньше всего не нравится, из тех, чаще всего меньше всего не нравится, из тех, кто есть. То есть, это наш выбор. По сути, они отражают как бы нашу психологию. И я бы предложил вот такой вот ракурс как бы задуматься о том, у каждого есть некоторое представление, ну, там, в той или иной степени конкретности, какая должна была бы страна. Есть ли у вас представление, что должно лично в вас поменяться? Думали ли вы об этом? Что должно было лично у вас поменяться в вашем образе мыслей, в вашем образе действий и в вашем реагировании на окружающих людей? То есть, потому что если вот это изменение не происходит, то есть я так, таким образом не планирую для себя, то все остальное, все разговоры, они ни к чему не ведут. Юрий Романенко, например, там проводит хорошие передачи, там приглашает очень много умных, интересных людей, действительно об умном, интересном рассказывает. Здесь приходят люди, которые о многом рассказывают. Но по факту мы можем обратить внимание, что в течение этих, ну, если посмотреть там назад, в течение 30 лет этих людей было много. И рассказывать их было тоже достаточно много. То есть мы можем это все слушать, но как это повлияет на нашу жизнь? И тогда вот вопрос, то есть мы переходим, такой вот делаем шаг к тому, а что, каким образом я должен был бы управлять своими личными изменениями? Есть ли какое-то у вас представление, какой-то технологии, как с этим делать, как этим заниматься, как с этим быть? У кого-то есть свой подход? Если есть подход, может быть, там пару слов тогда скажет, что там, ну, если в двух словах, что есть центральное в вашем подходе, вот тех, кто занимается собственными изменениями, если есть, да, пару слов. Я пытаюсь формировать свое отношение к этому, ну, к текущей ситуации, к тому, что идет, как к тому, что это нормально, это... пытаюсь отбросить свои устоявшиеся установки, которые остались в прошлом, и сформировать новые вокруг текущего... Тук-тук. Да, пытаюсь отбросить прошлые свои установки, стереотипы и так далее, и сформировать отношение к происходящему, прежде всего к происходящему, потому что будущее неопределенно, к нему тяжело сформировать отношение, как к нормальности. То есть и как к возможности, ну, собственно, вы об этом в своих вебинарах говорили, да, как к возможности построить свое новое, тяжело сказать с вами, состояние, либо мировоззрение, ну, Но если мы просто адаптируемся к происходящему, то, по сути, мы следуем за происходящим. Ну, отчасти да, безусловно. Но это возможность сформировать себя, который адаптирован не только к прошедшему миру, но и к текущему. Более, скажем, это автоматически ты становишься более продвинутым, совершенным и разносторонним. Вот как-то вот так вот. Ну, вот я же, смотрите, пока в разговоре это говорит об адаптации к происходящему. По сути. А происходящее, например, мы могли бы сказать, оно не очень устраивает. Почему? Ну, смотрите, можно было сказать провокационную мысль, да, ну как оно нас может устраивать? По сути, после того, как российская армия отошла там от Киева, вот северной части, мы можем обнаружить, что жизнь начала восстанавливаться такой, как она была. В Фейсбуке бойня. А власть действует тем же самым образом, мы потеряли какое-то количество жизней, это какое-то это десятки тысяч, то есть я имею в виду не просто и погибшие, те, кто, у кого разрушена судьба и жизнь, разрушены территории, и мы вдруг обнаружим такую удивительную вещь, что при всем этом и общество, и власть легко обратно возвращаются. Да, и вот это как бы вот это. Вот а как вы это тогда, как вы к этому адаптируетесь, как вы это принимаете? Меня это возмущает. Это ж, да, безусловно, это возмущает, но это не новый мир. Это как раз старый стучится сзади. Я его, безусловно, пытаюсь ну, как-то оттолкнуть своими там. Вот. Я именно пытаюсь приспособиться к текущей ситуации. То есть живучи в Харькове, там, при разрушенных собственных домах там, и всяких других изменениях, то есть я пытаюсь найти в этом, ну, новое свое состояние, которое. Ну, это прикольно на самом деле, то есть как бы чувствовать себя нормально в состоянии войны. Ну, это я бы назвал это, спасибо, да, я бы назвал это стратегией адаптации, то есть вот мы некоторое время назад говорили с журналистом, и как раз был вопрос, связанный с тем, что есть много переселенцев,
И значительная часть переселенцев как бы живет за счет, предположим, вот, ну, гуманитарной помощи, поддержки, но не происходит адаптации, не происходит перестройка в то, чтобы начать как бы зарабатывать и обустраиваться. Что в Украине, что на Западе. Те, кто уезжают. С чем это связано? Для меня это, например, связано с тем, что это не произошло принятие, что ситуация такая, к ней нужно адаптироваться. Но это мы адаптируемся. А адаптируемся просто к тому, что есть, для того, чтобы как-то с этим жить. А как поменять это все? Вы уважаете, что проявляются внутренние, людские, индивидуальные изменения, а потом уже заранее? Как общее правило, такое я бы не поставил, потому что я могу говорить здесь присутствующими, которые этой темой интересуются. Поэтому я могу апеллировать к тому, что если вы хотите и вы слушаете, то есть вам нужно заняться собой. Но если говорить об общем поле украинском, да, то есть об общенациональном поле, то такое правило предъявить нельзя. Такое правило, если помните, предъявлял Ющенко. Он говорил: вы же все виноваты, что не происходит. Вы же вот такие вот все, я пришел, хорошее дело, как я могу с вами это сделать? То есть он передавал претензию к людям, он был постоянно обижен. Мы сейчас говорим, вот то, о чем я буду говорить, оно не связано с тем, что это можно было бы сделать социальной политикой, потому что это скорее относится к тем, кто готов бы активно это был делать собой. Дальше, исходя из этой логики, те, кто активно могут делать с собой, скорее всего, начинает играть влиятельную роль, влияющую роль в своем окружении. То есть таким образом распространяется какая-то динамика изменений. Вот мы недавно с одним человеком разговаривали о одном из политиков, как бы, ну, общественных деятелей в современной ситуации, который вот характеризуется очень таким, ну, говорит об изменениях, рассказывает интересные проекты, много всего интересного говорит, рассказывает, но при этом у него такая особенность странная. Это не только у него, я сейчас говорю об конкретном человеке, но если посмотрите, это касается большинства политиков. А когда они сталкиваются друг с другом, те, кто вот, ну, буквально все настроены на изменения, на Украину, это превращается в скандалы и ссоры. То есть есть несколько людей, которые явно проукраинские, которые явно говорят об изменениях в стране, но когда они начинают взаимодействовать, это превращается в какую-то бойню. Ну и вот там человек задает мне вопрос: а что с этим можно сделать? Я говорю: так что с этим можно сделать? Получается, на уровне формальном, на уровне языка, разговора, мы говорим о каких-то прекрасных проектах, но при этом люди совершенно не смотрят на объективную сторону своей жизни, что реально в своей жизни они действуют так, как действовали тех, кого они проклинают. То есть... Ну, вот я даже думаю, что слово «рефлексия» — это сложное слово. Да. То есть можно рассказывать о каких угодно идеях, так это на самом деле это ни к чему не ведет. Вопрос, что ты при этом делаешь, каким образом ты себя ведешь. Если, например, обратим внимание в Facebook, что мы там увидим? Ну, это если такой слепок общественного такого сознания, когда есть возможность коммуникации. Это высокий градус ненависти и невозможности поднять любую какую-либо тему, которая требовала в обсуждении. Там либо зрада, либо перемога. Ну. А там же никто никого не слушает. Да, так смотрите, это же есть вот общество. Если мы говорим о стране, да, то есть мы видим, вот сейчас ситуация такая. Когда вы говорите, что вы можете к этому как-то адаптироваться, а я смотрю на это, думаю, я не хочу к этому адаптироваться. То есть это мне нужно деградировать до этого. Ну вот как адаптироваться? Я могу только это принять как данность. Если это принимаю как данность, что люди так устроены, я вам дальше рассказываю, что происходит с политиками, да, которые приходят в политику на каких-то романтических идеях и обнаруживают, что народ вот такой. Знаете, к чему это ведет дальше? Вот если вы попробуете встроиться в позицию политика, которая романтична... Как? К цинизму. Он приходит к простому выводу, а как с ними по-другому? Если я буду честно говорить от души, то есть получается, я буду не идти, меня забьют. А чтобы как-то сохраниться у власти, даже ради того, чтобы делать большие изменения, мне нужно манипулировать. Выхода другого нету. И человек оказывается в ситуации манипулятора, потом ему предъявляют эту претензию,
Ладно, если он сохранил еще вменяемость, в большинстве случаев это происходит действительно после такого цинизма растления. Растление – это в смысле человек перерождается. А изначально почему? Он потерял, как говорил Остап Бендер после беседы с подпольным миллионером Корейко, после знакомства с вашим делом я потерял веру в человечество. А дальше, если помните, было продолжение. Вера в человечество стоит дорого. Миллион. Его надо компенсировать. То есть ничего не меняется. И если вы обратите внимание, действительно, есть очень много как бы, дискуссий, обсуждений там, про мову, про экономику, еще про что-то такие, какие-то темы интересные на самом деле. Но это никак не касается того, какие мы в конкретной ситуации, как мы себя ведем, что мы делаем. А если это не поменяется, если не поменяется модель нашего поведения, модель нашего восприятия, это гарантия, стопроцентная гарантия, что будет воспроизводиться все время то, что и было. Я могу свой способ сказать, как лично я меняюсь. Я, вообще о политике задумался в 2014 году, когда Порошенко пришел к власти. То есть на меня произвело впечатление Небесной Сотни, когда... Погибли люди, просто пошли на пули. Плохо слышно остальным. Интересно. Сейчас, наверное, буду просто больше волноваться, мне кажется. Ну, простите, если я сейчас слова буду некоторые хватать. И на меня это произвело большое впечатление. И я себе представил, вот, если бы я попал бы во власть, и мне бы дали бы взятку. Ну, некую сумму, ту, которая в 2014 году была для меня там большая. Я себе задал этот вопрос, и что я не смог бы отказаться. Я бы ее взял. И я так подумал, если взял бы я ее, находясь там на низком уровне, там, то как не возьмут те люди, которые находятся или пришли только к власти, или придут. То есть они, я подумал, что также смогут, тоже будут брать. И прошло время, несколько лет, может, даже 5 лет где-то прошло в моей жизни. И сейчас я и до этого, у меня как бы не было возможности, мне никто не давал. Но работая в строительной компании, строителя, я не участвую в тендерах, не делаю никаких откатов. И считаю, что это, вот моя работа над собой, то есть не давать. Если мы каждый... Там полиция, ну хорошо, что у нас сейчас там электронные системы, что можно так штраф заплатить. Но даже если так полицейский, то я никогда не предлагаю, нарушил, заплатил. И считаю, что если бы каждый из нас не перестанет, на том уровне, где он находится, перестанет давать, то это будет некое изменение. Так что, как вы считаете, это есть в этом некое изменение? Ну да. И работа над собой, или это я так себе просто... Ну да, такой страшный подход, то есть, это как бы страшный в каком смысле, что здесь озвучено ключевое действие. Я задаю себе вопрос, в каком случае, при каких обстоятельствах я стану чем-то, что противоречит моим собственным убеждениям. Но люди обычно такие вопросы себе не ставят, потому что это подвергает сомнению идеи собственного «я», собственного эго. А один из ключевых вопросов к изменениям – это действительно задать себе вопрос, в каких случаях я предам, в каких случаях я там возьму взятку, в каких случаях я сделаю какое-то нехорошее действие. Такой вопрос сразу показывает слабое место. Если слабое место я обнаружил, я могу принять какое-то решение. Ну вот вы свое решение приняли. Оно не является ни плохим, ни хорошим, оно ваше. И это один из элементов, это работа с ужасным и страшным. То есть что вы будете делать, когда вы столкнетесь с самым страшным, самым ужасным, с тем, что вас пугает. Ну в данном случае это были взятки, что вы говорили о политике. Эти темы могут быть совершенно разные. То есть нормальный человек избегает этих тем, потому что это всегда ставит под сомнение собственную самоценность, правильно? То есть я вдруг теряю определенность, оказывается, я не могу о себе сказать, что я честный, принципиальный там, и такой. Оказывается, это все верно при некоторых обстоятельствах. Я когда в шутку называю человек, это общество с ограниченной ответственностью. То есть там набор интересов, оно действует как общество, но с определенной ограниченной ответственностью. Когда переходит определенную границу, ответственность отключается. Дальше идет следование собственным желаниям.
Это первый шаг, то есть вы для себя берете, например, там, делаете список, что самое страшное для меня. И именно проработка этих вопросов приводит к каким-то, какой-то определенности. Вот вы для себя выбор сделали. Я в политику не иду, но я занимаюсь бизнесом, и там это буду делать. Эта часть страшная, есть еще более страшная часть. Это поднять руку на святое. То есть это засомневаться, подвергнуть критике то, что считается основополагающим, ценным, важным, непререкаемым, вот как бы, ну, можем даже подумать, вот в сегодняшней ситуации, например, какие элементы являются, ну, какие аспекты являются сакральными, священными для, вот, когда мы говорим об Украине. Война — это плохо. Война — это плохо, например, да. Но это перевернуть сомнению можно очень легко, как бы война — это хорошо, и мы можем это доказать сейчас. Только обнаружится, что цена этого хорошего достаточно серьезная. Вопрос, за эту цену мы действительно готовы, получим ли что-то, собираемся получить. Целостность территориальная, правильно? Вопрос территории, то есть насколько является важным элемент Украина и территория. Вопрос языка, ну, то есть вот, можно какое-то количество тем взять. О чем я говорю? Подвергнуть сомнению, это значит это обсуждать критически. А правильно ли это так или не так? К чему это обычно приводит? К тому, что я начинаю понимать что-то по поводу... Вот, то есть, вот, например, если мы зададимся вопросом, Украина и территория. Если мы теряем часть территории, мы остаемся Украиной. И что такое Украина, если это половина сегодняшней территории? Ну, условно. То есть... Постановка такого вопроса заставляет задуматься о чем-то, что не является территорией. И что это? И вот этого ответа в таком публичном поле нету. Это не значит, что нужно будет терять территорию. Это значит, что при таком размышлении я, скорее всего, обнаружу какой-то принцип. Какой-то принцип, который является самодостаточным не вне привязки к территории. То есть это не значит, что мне нужно терять территорию. Просто интеллектуальным путем я ставлю себе эти вопросы, я получаю какие-то темы для размышлений. То же самое с языком. То есть является ли язык там определяющим для того, чтобы считать себя патриотом или украинцем, или не является? Что в этом смысле... А? Ну почему? Есть две группы. На самом деле есть две группы. Одна говорит, что это не принципиальный момент. Принципиальный момент в единстве общества — это некая идея. Правда, опять же, непонятно, что это за идея, никто не озвучил. Вторая говорит по-другому. Она говорит о том, что есть настоящие украинцы, есть изроссийщенные украинцы. Ну, как вы чувствуете уже, да? Это, вот эта лексика — это лексика раскола. То есть правильные и есть неправильные. С неправильными понятно, как нужно поступать. С ними же нельзя разговаривать. С ними же нельзя вести переговоры, они же неправильные. И вот, но при этом, смотрите, вот люди, которые говорят, например, даже вот такие фразы, ну, не задумываясь там, зроссийщине, там, украинцы, они же не задумываются при этом, что они вносят в публичный дискурс, да, и с какой мотивацией это идет, из какого состояния. Вот если настроитесь, представьте, если вы действительно верите, что есть украинцы, а есть зроссийщенные украинцы. Вот когда вы говорите слово «зроссийщенные», какое состояние вы чувствуете? Какое? Огиду. Ну, там ощущение презрения и такого отвращения, правильно? Смотрите, это значит, что человек, который говорит эти слова, заявляет публично, он подспудно, официально не говоря об этом, выражает презрение к части общества. Но этот человек, как вы совершенно верно сказали, не рефлексирует совершенно, что он чувствует в тот момент, когда он говорит эти слова. Те, кому говорят, естественно, это слышат. И начинается разговор на уровне мовы. Да? Что такое мова, что такое не мова, язык и так далее. А это же не разговор не о языке на самом деле. А о чем? Ну, а о чем вот? Это об уважении к различиям. Язык — это не более чем тема, которая используется для того, чтобы вот выразить какое-то свое отношение. Это значит, что человек, который так мыслит, вот он мысли, расщепляя. Ведь
Эта же логика использовалась когда-то, если помните, когда говорили о Донбассе, вот там какие-то ненастоящие украинцы. Еще до 2014 года, я имею в виду. То есть, если помните, то есть Донбасс как бы так презентовался, как некоторая такая отдельная территория. Так вот, образ наших мыслей, он же потом реализуется. Такого не может быть, чтобы я о чем-то думал, чувствовал, и это не реализовалось бы. Только когда человек рефлексирует, он понимает, что сначала идет внутреннее состояние, образ мысли, а потом идут действия, а потом события. А нормальный человек, он обнаруживает ситуацию по-другому. Он обнаруживает события и говорит, откуда это? А потом говорит, кто виноват? Вот если я говорю, кто виноват, я ж вас вижу. Значит, кто-то из вас. Я ж себя не вижу, я ж на себя не смотрю. Я не могу быть виноватым, что меня нету среди вас. Я вижу только вас. А рефлексия буквально, это же оборот внимания на себя. Вот нормальный человек, он когда говорит, кто виноват, он чисто визуально, то есть, вот кто-то из вас, явно кто-то из вас должен быть. Если не вы, то может вы. А я не могу быть. Если помните... Я всегда виноват. У Верки Сердючки первое было выступление, там проводница была, помните? Там же сюжет был, она все время рассказывала какую-то ерунду, и все время что-то воняет. И каждому там обращалась. А помните, чем закончилось? Последняя фраза в конце была, а может, то я? То есть такой инсайт. Это был час разговора, и только в конце возникла идея. Может быть, это я? Вот это рефлексия. То есть о чем я сейчас говорю? Что есть вопрос такой рациональный, да, то есть темы, о которых мы говорим. Но вот, на мой взгляд, это вообще не принципиально. То есть это... Любая тема может быть использована для актуализации внутреннего сценария. Человек, который позволяет говорить о том, что вы какие-то неправильные, то ли потому, что вы там Западная Украина, то ли потому, что вы с Донбасса, внутри него присутствует что? Это состояние презрения к другим, а это значит, он себя кем ощущает? Он чистый. Помните, кто были чистые? Арийцы были чистые. Вот это же та же идея, с которой идет дальше. Дальше из этой идеи рождаются, может, это покажется странным, всевозможные разделения, сегрегация, геноциды и так далее. Потому что есть предположение, что я-то правильный, а раз вы отличаетесь от меня, то с вами что-то не в порядке. Это обычное нормальное мировосприятие человека. Все, кто отличается от меня, они в чем-то ненормальны, в том, чем отличаются от меня. И это есть такая базовая установка. Она у нас в обществе, собственно, выражается в чем? В высокой степени нетерпимости. Если посмотреть на наше общество, значит, высочайшая степень нетерпимости. И вот эта нетерпимость реализуется в конфликтах, в том числе конфликтах на территориях. Если вы, например, обратили внимание, то первым, кто заявил о неподчинении центральной власти, если помните, вот в истории Украины, какие области были? Западные области. Это еще в 2004 году. Да, что есть правильно. Да. Экономичнее, не экономичнее. Да, то есть в том смысле, что когда говорят, что некоторая ненависть или раскол присутствует в отдельном регионе, очевидно, что это присутствует во всей стране. То есть это не есть как бы какая-то особенность каких-то неправильных украинцев. Это все украинцы такие. Вот как бы как открытие Верки Сердючки. То может мы такие все. И если я в себе это... То есть, а дальше вот логика изменений. Если я в себе обнаруживаю эту нетерпимость, вот это сложный шаг, да, то есть это буквально некоторому человеку, я сейчас не буду называть фамилию, там по телевизору есть, которые об этом говорят. И вот этому человеку нужно было бы осознать, так я сейчас носитель ненависти. Я вот настраиваюсь на этого человека, думаю, а что бы он ответил? А как еще можно быть без ненависти к ним? Как? И, ну, то есть будет самооправдание определенное, да? То есть человек не в состоянии работать вот собственным состоянием. Что я чувствую, что я переживаю, как я отношусь. А это же и есть ключевой элемент, из того, из чего состоит общество. Это то, что мы вносим туда своими действиями, за действиями, как причина, стоит наше состояние,
А за состояниями стоит более высокий уровень наше мировоззрение, картина мира. И эта картина мира проявляется под видом возможных всяких дискуссионных тем. Ну, любая тема может быть использована. Если помните, последнее, что вызвало такой массовый энтузиазм общества в Фейсбуке, это... Да, то есть все, что угодно может быть использовано, неважно. Неважно, главное, чтобы кто-то подпалил и показал, что вот смотрите, вот здесь вот эти вот неправильные, вот здесь оно. Ну да, то есть если бы кто-то не поджег, ничего бы не было. Значит, подожгли бы в другом месте. Но нужно говорить о том, что в обществе это есть. Это значит, есть в каждом из нас. Причем люди совершенно взрослые, мне совершенно серьезно доказывали, там, писали, что эта фотография, это явно Тулуз-Лотрек. А вы не видели, что огромное количество женщин в такой фотографируется в огромном количестве журналов? Почему есть Тулуз-Лотрек? А почему Тулуз-Лотрек? Потому что там клоунесса. Вот такая тонкая связь, как бы, и совершенно взрослые люди с хорошим образованием мне доказывают, что так это оно и есть. А вы у фотографа спрашивали об этом? Он точно изображал Тулуз-Лотрек или нет? Она. То есть к вопросу о чем? Что есть наша психика, и вот в нашей психике, то есть обычный человек совершенно не рефлексирует, что с ним происходит, как он мыслит. Все изменения, это по сути, вам удастся что-либо в жизни изменить. Например, берем простую вещь, самое сложное изменение это с кем? С женой, с мужем, с родителями, с детьми. Это то, что не меняется годами. Там. То есть, если здесь ничего нельзя изменить, то как можно говорить о стране, где этих мужей, жен, родителей и детей просто миллионы? То есть, если на этом уровне непонятно, что происходит, да, то есть мы видим просто другого человека как странно. Вот я это просто из серии семейного консультирования там разговаривал с мужчиной, он как бы возмущался, что вот у него жена, как-то она такая к нему не очень сексуальная. Там. А в принципе она может быть сексуальная. То есть он помнит эти моменты. Вот. И как-то вот она какая-то странная. И он там претензии какие-то предъявляет и так далее. Но потом изменились обстоятельства каким-то образом, что-то с ним произошло, и он на какой-то промежуток... кстати, ведь военная ситуация же повлияла странным образом на семьи. Значительная часть женщин, которая выехала, вдруг почувствовала свободу. Ну, такой феномен есть. У меня знакомый даже тренинг начал таких женщин проводить, как избавиться от чувства вины. Что ты больше не хочешь возвращаться не в страну, а в семью. Да, потому что... Сбежала, вдруг обнаружила, что а зачем? А ради чего это терпеть? То есть незачем. Так вот получилось с этой парой таким образом, что как-то так произошло, они расстались, разъехались. И у этого мужчины в жизни достаточно сложная ситуация была. И он в какой-то момент начал общаться с ней, когда мы становимся естественными. Обычно, когда очень плохое что в жизни происходит, вся гордыня слетает, и мы становимся такими более мягкими, принимающими, сострадающими. Мы начинаем понимать, что у окружающих не все хорошо, и слава богу, что у меня не так плохо у окружающих. И вот он начал с ней общаться в таком состоянии, но не рефлексировал, что он изменился. И он говорит, удивительно, она какая-то стала другой. Я не понимаю, почему. Она стала как-то так мягко относиться там. И он искренне не понимает, почему она изменилась. Я говорю, так ты же сам перестал ее добивать. Да, то есть, и он этого не понимает совершенно, не может заметить это. И он начинает дергаться, колебаться, да каким мне быть, как мне стать, потому что мне же надо быть вот таким, то есть как настоящий мужчина, тот, который он был раньше, крепкий такой. Как только он пытается это сделать, там происходит опять развал в семье. Как только он вдруг его жизнь прибивает, и он становится пришибленным немножко, без гордыни. Она вдруг становится мягкой и сексуальной. Как жить? Когда он близится, она мягкая. Да? Ну вот парадокс такой, да? То есть получилось, что он не может принять в себе вот то, что он считает слабостью, хотя его жена ему явно сигнализирует. Ты такой есть тот мужчина, которого я люблю. А он не может это принять, потому что для него это какой-то он не настоящий. Вот это парадокс на уровне семьи. И мы с ним достаточно долго по поводу, что, вот как бы если представить, да, там лидер и страна, там, да, то есть политики и избиратель,
То есть, и мы с ним достаточно долго это разбирали, пока у него там в голове это упаковалось как-то. То есть, но для этого же ему нужно измениться. Но там был мотив, почему измениться. Он вдруг обнаружил, какая она может быть, и цена изменения стала совершенно конкретной. Что если он поменяется, он может сохранить жену. Причем не такую, как она была последние там, 10 лет жизни, а какую-то такую, которая была 20 лет назад. То есть вдруг возможно было возражение. Хотя до этого там ситуация была такова, что никаких перспектив, все, я хочу от всего этого избавиться, не хочу это все видеть, и тут вдруг раз, все меняется. Это к вопросу о том, как влияет наша психика. Да? То есть еще один пример, вот когда говорят о господине Зеленском, о президенте, о том, что вот эти события, там, 24 февраля конкретно, когда он выступил в такой позиции, да, то есть мы не сдадимся, это было воспринято как изменение, как человек изменился, правильно? Ну, как бы выглядело так, что общество изменилось, президент изменился. И сейчас посмотрите, то как-то не поменялся вроде. А на самом деле изменений же не было. То есть, если вы вспомните господина Зеленского во время предвыборной кампании с Порошенко, он точно такой и был. Как только на него давили, унижали и как бы там подавляли, он включался и начинал мочить не по-детски просто. Креатив включался тотальный, и вершина — это был стадион. Он то же самое, те же самые качества проявлял. То есть Зеленский, когда оказывается в сложной ситуации, когда его загоняют в угол, становится бесстрашным. Потому что, смотрите, ну, мы же обсуждаем, критически можем обсуждать, вот в действительности позиция некоторых западных там политиков, которые говорят, сдайтесь, зачем вам жертвовать людьми? Она ведь рационально разумна. Правильно? Ну, ее можно оправдать очень просто. Ну, с их стороны. Я понимаю позицию, что может быть, а с их стороны совершенно разумно. Есть, то есть логика простая. Если ты сдашься, если вы сдадитесь, людей погибнет меньше. Это логично? Логично. И тут возникает интересный вопрос тогда. А что же это такое, ради чего люди готовы умирать? И что это то, чего к нас как бы приучили к этому, да, то есть что есть такие вещи, а на Западе почему-то оно исчезло как-то. То ли на них не нападают, то ли что, непонятно. Но по факту это логично, да, то есть если ты сдашься, все, ты не сохранишь больше жизней. А Зеленский в таких ситуациях, если вы наблюдали за ним, становится в каком-то смысле бесстрашно безумным. Он делает вещи совершенно иррациональные, и на этой иррациональности ломает логику всех игроков. Что западных политиков, что того же Байдена и так далее, потому что все же предполагали, что все будет по-другому. Так вот, Зеленский не поменялся, по сути. Он в кризисные моменты может с таким становиться. Как только ситуация более-менее стабилизировалась, ну, стала как-то более-менее управляемая, актуализировались все старые стратегии, которые были. То есть, смотрите, у каждого из вас есть стратегии, которые у вас включаются в критический момент. Некоторые из вас в критический момент становятся недееспособными, вылетают, а некоторые из вас становятся супердееспособными. Там слетают все стереотипы, страхи там и так далее. Но это работает только в критической ситуации. Отсюда, конечно, рождается вывод, что Украина в такой собранной мотивационной форме может присутствовать тогда, ну, если по логике судить, только в ситуации постоянной угрозы, что, естественно, никому не понравится. Ну, жить в постоянной угрозе, постоянно, что вот-вот тебя там... То есть, получается, под постоянной угрозой в Украине начинают развиваться механизмы сотрудничества с организацией. Как только это исчезает, угроза, все возвращается в какое-то другое состояние. Смотрите, это мы с вами такие. То есть, это мы так действуем. И вот на примере Зеленского, просто, ну, явный хороший пример, потому что мы его все видим, все его можем наблюдать. То есть я к нему хорошо отношусь как к политику, то есть, ну, как бы интересная фигура, явно отличающаяся от всех предыдущих политиков. Ну, просто о нем хорошо это видно, потому что мы с вами можем его все наблюдать. Вот она психика. И наблюдая, например, за господином Зеленским, когда вот эти все события разворачивались, и возник вопрос, он изменился или не изменился. Я помню, на каком-то интервью с Юрой Романенко, говорю, я сомневаюсь, что изменился, потому что произошло одно событие, которое говорит о том, что не изменился. Если помните, это в публичном дискурсе, потому что, может быть, были события какие-то другие. Если помните, это событие было, он разговаривал со студентами,
И студенты подняли вопрос о министре образования, что типа министр образования, значит, подделал диплом. Ну, кто помнит. Мол, как бы это нехорошо, это же образование, подделал диплом. Ну, как бы студент какой пример получает, да? И для меня вот эта ситуация, это, как вы сказали, это слово не цинизм, это, когда я спросил, что происходит? Не, растление. Растление, это студенты, растление студентов, буквально. Если твой министр занимается этим, то как можно требовать других принципов? Это растление, в буквальном смысле растление. Да. Там же проблема в чем? Ты следуешь одному принципу, а требуешь другого. Это буквально обучение студентов, что надо на формальном уровне. Да, конечно, но делай по-другому. На что Зеленский как реагирует? Это все мелочи. Потому что этот человек остался со мной, когда все сбежали. Все. Что-что? Ермак же сбежал в войне. Ну, я не знаю про Ермака, там как бы... Я о конкретном человеке. То есть президент вносит критерий не институциональный, не принципы, а идею какую? Верности. Он остался со мной. Любой друг. Все. Да, любый друг. Или, как я вот недавно смотрел, мне сбросили видео, это ваш мэр, и там как-то он, журналистка, задает ему вопрос, что какая-то дискуссия была об уборке города. И там депутаты что-то соглашаются, не соглашаются, он там говорит на какие-то свои позиции, а потом говорит такую странную фразу интересную. Она, ну, как бы скандалы какие-то, несогласия. Вот если бы они сплотились вокруг меня, все было бы хорошо. Все, принцип понятен. Не вокруг уборки, а вокруг меня. Все было бы хорошо. И самое смешное, что человек не понимает, о чем он, ну, не понимает, что он заявил в этот момент принцип организации власти. По этой фразе понятно, что больше ничего не будет. Дальше следующее, вот господину Зеленскому там были петиции, следующее событие было по поводу Гетманцева, там предприниматели, помните, да? Смотрите, Зеленский, мы же видим по характеру, человек, на который, когда на него давят, он никогда не соглашается с тем, что от него пытаются добиться давлением. Поэтому гарантированно не будет эффекта. Просто потому, что у человека психика так организована, что когда на него давят, для того, чтобы остаться с собой, ну да, нужно дать в дыню. Ну или как минимум послать. Потому что сработало 24-го. То, что сработало 24-го, то и сработало в другой ситуации. То есть и мы можем оценивать по тому, как оно повлияло. Вот он сказал 24-го, это вот героически. Да, это героический поступок. И вот это как бы героизм. А на самом деле у человека сработал просто его принцип. Но этот принцип оказался вовремя в данной ситуации. И она оказалась, сыграла свою какую-то конструктивную роль, но сплотила всех, потому что, ну, в действительности была паника. А в другой ситуации то же самое поведение привело к другим последствиям. Что такое негибкость или человеческий комплекс? Это когда человек действует, одно и то же делает, вне зависимости от того, какого типа ситуация. То есть человеческое поведение, человеческое мышление никак не определяется особенностями ситуации. Он просто воспроизводит одно и то же действие в ситуациях, которые он идентифицирует как схожие для себя. Для вас разговор с Гетманцевым и ответ Путину и Шольцу – это разные ситуации, а в его картине мира – это одна и та же ситуация, его пытаются давить. Если вы смотрите со своей стороны, как видя разные ситуации, вы не можете понять, что же такое еще, как он так мыслит. А если посмотреть через его психику, там все понятно. Это рефлексивное управление? Ну, смотрите, ключевой момент, когда мы оцениваем других людей, говорим о других людях, мы пытаемся осмыслять их поведение. Ну как? Как мы осмысляем? Через свою систему ценностей. И, естественно, всякий человек, когда вы осмысляете через свою систему ценностей, выглядит странным. Они явно все ненормальные, потому что что-то делают странное, потому что я бы в этот момент сделал бы вот так. Это же очевидно. То есть... И эта логика для нас естественная. Обратите внимание, мы в действительности реагируем. Вот если вы отмечаете в себе, например, ловите реакцию, странный тип,
Вы явно находитесь в эгоцентрическом, эгоистическом состоянии. У вас даже обратная реакция была бы какая? Прямо противоположная. Интересно, как это так получается у него? То есть любопытство. Любопытство ведет меня к познанию. Я пытаюсь узнать и начинаю понимать, а как это у него складывается? Что иначе мне придется привыкнуть к тому, что вокруг меня идиоты. Ну, человек с жизненным опытом, нарабатывая жизненный опыт, в конце концов приходит к такому выводу, что идиоты, что сколько я уже прожил, и так я вот все они на время нормально, а потом все равно портится. То есть это вот как бы момент, когда мы не учитываем психику как фактор ситуации. На самом деле большинство людей, подавляющее большинство людей, имеет дело не столько с внешними ситуациями, а столько с тем, как эти ситуации преломляются в их психике. А вот этот инструмент, о нем заботиться никто не собирается. То есть разрабатывать, прорабатывать этот инструмент, менять, никто не собирается. Соответственно, человек оказывается в таком бесконечном круге одних и тех же событий. В нашей культуре, если, скажем, возьмем западную культуру, то там это общепринято, да, то есть понятно, там ходят, люди ходят к психоаналитику, если занимаются воспитанием детей, то там именно этот психологический фактор очень важен там. В нашей культуре этого нету. Но пока в нашей культуре это не появится, изменения невозможны, потому что само это вот то, что вы назвали рефлексия, ну тут даже не будем говорить о рефлексии, хотя бы понимание того, что у меня есть внутренний мир, и у вас есть внутренний мир, и они разные, это уже говорит о каком-то масштабном личностном росте. Просто феноменальный рост. Для страны это просто был бы какой-то всплеск. Какое-то просто совершенно радикальное изменение. Представляете, когда вы так вот смотрите вокруг и понимаете, вокруг вас большое количество вселенных сидит. И вы даже не понимаете, как большая часть этих вселенных думает. Естественно, дальше для того, чтобы догреться о чем-то, мне нужно заинтересоваться. И это не о ненависти, это уже об интересе. А как тебе удается вот так вот мыслить? А как это? То есть вы отвечаете, вы слышите мой интерес, и тогда возникает какой-то контакт. Вот этого ничего в обществе нету, если заметили. Если говорить что-то отличающееся от общепринятого дискурса, начинается бойня. И, к сожалению, это вот можно было говорить об некотором таком уровне зрелости нации. Примеры, например, когда учился в практической психологии, у меня преподаватель приводил пример. Знаете, чем отличается советский менталитет? Ну, это было еще начало 90-х годов, еще советский менталитет был такой активный, от западного менталитета. Вот когда заходите в метро, вот если в метро были, то кто помнит, как работало советское метро, вот эти пропускная система. Там открытый проход, да, и те, кто ходил, помните вот это состояние, шарахнет или не шарахнет. Что не зависит от того, что ты бросил денежку, не бросил, это не гарантированно, потому что может шарахнуть. Вот если вспоминаете, то есть оно всегда такое ощущение неуверенности постоянное. Тебя всегда могут наказать, и ты ничего не сможешь объяснить. Тебе скажут в ответ, ну это же машина. А как на Западе, если ездили кто-то в метро на Западе, как устроена там пропускная система? Она закрыта и открывается только тогда, когда ты сделал правильное действие. Ты сделал правильное действие, тебя поощрили. А здесь ты сделал, и не факт, что ты получишь то, за что заплатил. Вот откуда, да, то есть это же не сидел кто-то специально. Это вот образ мышления, он проявляется в инженерном творчестве. То есть автоматически человек даже не замечает, как он проектирует. Он просто говорит так, значит, могут быть неплательщики. Значит, сделаем вот так, чтобы оно их шарахнуло. А на Западе исходит из другого. Там сразу же вот западная модель, она же исходит из того, построена после Глобса, вот там, да, то есть построена на том, что человек порочен сам по себе. Добиться того, чтобы люди были совершенны, нереально. Религиозная идея была отвергнута с добродетелями. Заботиться о добродетелях бесполезно, то есть людям звать бесполезно. Поэтому будем проектировать систему, исходя, что люди порочны, чтобы не дать им возможности быть порочными, чтобы так все обустроить, чтобы не было возможности проявить это. И получается странная система, основанная на неверии в человека, в его доброе начало, а при этом... Оголошується безкоштовна екскурсія Свято-Успенський собор. Бокові двері. От, якщо взяти історію кінематографа, можна побачити, як змінялось настроєння в країні,
как менялись ориентиры в стране. Как вот, и это, естественно, естественным образом перекладывали режиссеры в кинематограф, при этом у них же не было цели как-то показать. Они просто отражали вот актуальную проблематику. Да, зеркало. Ну, чтобы эти люди из этой эпохи смотрели, надо им показывать эту же эпоху. Просто они показывали эту эпоху, потому что это и воспринималось бы зрителям, что мы ходим в кинотеатр, смотрим, вот это о нас. Да. Это к вопросу вот об этой психической составляющей. Теперь, соответственно, у каждого из нас, да, я говорил о следующем, что каждый из нас из своей картины мира мыслит. Вот я для себя, когда, например, создаю портрет там, какого-то человека, там, или это политический лидер, если в бизнесе, там, например, подготовка к переговорам, то есть оппонент. Вот для того, чтобы понять его, есть такое русское высказывание на русском языке, стать его позицию, стать на его место. Буквально, удастся ли вам посмотреть на мир его глазами? Через его критерии, через его переживания. Если удастся, вы поняли человека. Мало того, если вы поняли, он для вас как открытая книга, потому что люди не меняются. Если вы поняли один раз, то этот человек теперь, то есть дальше достаточно просто представить, как он будет в этих там пяти, в жизни-то типов ситуаций не так много, там 5-6 типов ситуаций, через которые проходит человек. Если вы представили из этой позиции, как же человек живет в этих 5-6 типах, он для вас понятен и прозрачен. По одной простой причине, что люди не меняются. Ну, редко, когда люди... Бывает такое, но это крайне редко. Соответственно, если мне удалось войти в внутренний мир человека, как бы посмотреть его глазами, все можно прогнозировать. Все становится понятным, очевидным. И в этом смысле, например, я когда говорю то, что президент, да, не поменялся, вот я становлюсь его позицией, так он такой был, такой и остался. Значит ли, что-то произойдут изменения? Конечно, не значит. Они невозможны. Если только он будет определять ситуацию. Но если будет ситуацию определять еще кто-то, появятся другие лица, надо будет их прогнозировать. Но другие лица, другие субъекты, это в нашей ситуации, это наши зарубежные партнеры, да, то есть они будут каким-то образом определять и влиять. То есть вот вопрос, связанный с изменениями, да, то есть если я не меняю вот эту внутреннюю программу, которая в моем сознании, не может ничего измениться вокруг вас. То есть в этом смысле важно понимать, что все те обстоятельства, вот лично, да, в которых мы находимся, ну сейчас не берем такую проекцию на какие-то катастрофические вещи, вот типа войны, все те обстоятельства, в которых мы находимся, вот ежедневные, обыденные, они полностью воссоздаются вами. Вы являетесь автором этих ситуаций. Фраза, которую принять сложно, потому что соседи сволочи же, это очевидно. Но был такой фильм «Сердце ангела», кто-то смотрел, может, американский, там этот... Микки Рурк, да, который там еще красавчик, который еще не стал уродцем, и весь, ну, он же потом боксер, да, то есть и весь фильм основан на том, что к нему приходит человек, Луи Сайфер, говорит, я как у вас у детектива задачу, я плачу, вы должны найти преступника, который убивает людей. И он начинает выслеживать преступника, и удивительное дело, после того, как он разговаривает с каждым свидетелем, на следующий день свидетель мертв. И фильм зацикливается потом в конце таким образом, что у него происходит инсайт, он вдруг понимает, что убийца это он, а Луи Сайфер, если прочитать одним словом, это Люцифер. Что тут ему поставил задачу найти себя. И вот в конце он обнаруживает, вспоминает, как он все это делает. У него инсайт, что это он все делает. Он вдруг вспоминает, как это все он организует. Я хотел бы сказать следующее о том, что вот эти изменения наступают в тот момент, когда происходит какой-то такой прорыв в психике, ну это как инсайт можно было бы назвать, во время терапии это может происходить, или во время очень сильных потрясений. В кризисе, да, но не всегда, но может происходить. В момент кризиса такой инсайт, ты вдруг понимаешь, как оно устроено. Что значит понять? Ты вдруг видишь, как ты находишься в центре всех этих событий, и ты все это делаешь. И вот без этой точки, эта точка какая? Это принятие ответственности. Я принимаю ответственность
признаю это. Естественно, следующий этап, ну, в религиозной культуре это описано, там же раскаяние, раскаяние – это очищение, и дальше искупление. Искупление – это не в смысле посыпать себе голову пеплом и так далее, а в смысле сделать действие, которое поменяет ситуацию. Не в смысле себя уничтожить, какой смысл себя мучить, в смысле сделать действие, которое поменяет ситуацию. Так вот этот вот инсайт, точка, без которой, если я в нее не попадаю, изменения невозможны. Это точка, в которой каждый из нас переживает себя субъектом происходящего, автором, автором всего, что сотворено. Это крайне неприятная вещь. Ну, то есть ты вдруг оказываешься вот как бы некого обвинять. Некого обвинять, потому что ты вдруг обнаруживаешь, что все твои претензии к другому человеку были связаны с тем, что ты просто не уважаешь, что как он устроен, требовал от него того, чего тебе надо было, а он не мог дать это, просто потому что он просто по-другому устроен. А может, потому что ты его до этого обидел, он не в состоянии ответить был нормально на это. И вот эта точка инсайт, она, как вы верно совершенно сказали, либо технически происходит, в те моменты, если специально работать с этим, либо в моменты кризиса, потрясений. У меня было на телевидении интервью, мы разговаривали, сейчас вылетела фамилия, значит, перед войной буквально, и говорили о том, что изменения в стране почему вот не происходят. Потому что изменения обычно происходят тогда, когда происходит что-то тяжелое, сложное испытание. Мы тогда с ним, это буквально было там в январе, по-моему. И мы как бы говорили, все время подходили к теме, ну вот такое испытание кровавое, да, то есть это война, не дай бог, чтобы война была, то есть ну, как, такой ценой как бы не хотелось бы. Вот это происходит, и изменения наступают. Вот насколько человек может быть упорным? Насколько человек может быть упорным, общество может быть упорным, упорно идти к тому, что даже заплатив тяжелую цену, не происходит изменения. Если возьмем там историческое там, событие, например, Речь Посполита, то есть такое огромное государство, мощное государство, рухнуло в конце концов из-за того, что так и не смогли принять требования одной из части населения государства в признании их как третьим элементом Речи Посполитой. Литва, Польша и Русь. То есть упорно сопротивление, в конце концов это привело к катастрофе. Самое смешное, что то же самое повторилось с Речью Посполитой между Первой и Второй мировой войной. И только по итогу Второй мировой войны поляки как-то перестроились. Они создали, ну, при этом каким образом перестроились, вот тяжелый вариант. Они же потеряли часть территории. Ужались в контексте вот одной национальности. Да, моноэтничная нация, им удалось построить вот общество. Сил не хватило на то, чтобы создавать государство разнообразное, многоэтничное, там, включающее в себя несколько культур на равных. Вопрос, возможно ли, возможно, такой вопрос, там, да, но они это не смогли сделать. В результате вернулись, создали такую вот идею Польши под видом Речи Посполитой, потому что Речь Посполитая – это не Польша. Изначально Речь Посполитая – это государство двух народов. Поэтому у нас в стране, получается, возвращаемся, вот такой вот выбор. Либо удастся соединить разнообразие, либо, скорее всего, это не сейчас, так потом закончится расколом. Ну, а эту динамику вы можете наблюдать, то есть динамику ненависти, то есть такого обесценивания. И самое печальное, что люди это не рефлексируют совершенно. И самое же неприятное, что когда мы говорим об этих людях, я там имею в виду совершенно конкретных людей, там вот с фамилиями, которые там ведут передачи, самое же неприятное для меня, да, то есть как бы не попасть в такую же позицию, и что делать с ними, да, то есть он меня не принимает, а мне же как-то, если я его начну воспринимать как тоже ненастоящего украинца, я же по сути играю в ту же самую игру, то есть закончится расколом. Раскол – самый простой вариант, при котором две стороны друг друга не трогают. Но это самый неприятный момент. Вот что касается, если говорить о сегодняшней ситуации в Украине, то я бы говорил, например, для меня самые печальные, не то что печальные, самые драматичные моменты – это вот эти моменты внутреннего разрушения. Россия в этом смысле может существовать, как угроза, может потому и существует, что есть чем питаться внутри.
Они же полностью следуют вот этим слабостям внутренним, их как бы разжигают. То есть если бы вот такой, не было такого раскола внутри, то есть не было гораздо больше, меньше шансов было для того, чтобы осуществилась внешняя агрессия. То есть к чему я сейчас говорю? Есть некоторое такое правило, но странно может выглядеть. Для того, чтобы управлять внешними конфликтами, первое, что вы можете сделать, это решить внутренние конфликты. Если вы убираете внутренний конфликт, вовне вас резко начинает уменьшаться количество угрожающих ситуаций. По теме этого конфликта. По другим темам они остаются. Но это как бы неочевидная вещь, выглядит как магия. На самом деле, как я уже говорил, наш образ мысли создает ситуации. Бессознательно. Точка, в которой вы можете осознать, что вы автор, это достаточно редкое переживание. Например, я точно помню момент, когда я принял решение идти в психологию. То есть такое переживание было, все равно до сих пор работает. Вы можете вспомнить моменты, такие, они редкие на самом деле в жизни, в смысле для воспоминания, когда вы принимали какие-то судьбоносные решения, и это повлияло на вашу жизнь. Таких событий, я думаю, там одной ладони или двух ладоней максимум хватит, чтобы вот вспомнить их, не так много. Есть какая-то точка, в которой мы принимаем решение, и дальше просто идет разворачивание этого решения во времени. Изменить что-либо невозможно, пока не вернешься в начальную точку и не переосмыслишь, что ты задумал, что ты принял, какое решение, и переосмыслить его. Пока обратно не вернулся в эту точку управления, ее уже можно назвать точкой рефлексивного управления. Изменения невозможны. Мы находимся, получается такой парадоксальный момент. Все, наверное, слышали, читали, что там наши мысли меняют мир. Ну, как бы люди читают, вдохновляются. Да, действительно, надо научиться это делать. Никто не понимает, что он это уже делает успешно и неуспешно. Успешно в том смысле, что очень точно управляет своей реальностью. Что вот эти точки – это точки, в которых были приняты решения. Они тогда были приняты, эти решения продуцируют последствия. А в сегодняшний момент я с этими последствиями имею дело, как будто бы они не мною созданы. Если помните фильм про Шурика, не Иван Васильевич меняет профессию. Не, Иван Васильевич меняет профессию. Там, где в самом начале, помните, с чего фильм начинается, кадр первый. Не помню, там сидит Шурик, спит. Открывает глаза, зевает и от ужаса орет. Он видит свою руку и от ужаса орет. Начинается фильм с этого. То есть это яркий пример, когда человек не осознает вот эту всю связь, что это он шевелит. То есть вот это такая метафора обычной человеческой жизни. В большинстве случаев мы имеем дело с проблемами, созданными нами. Если бы вот такую идеологию, скажем, ну не идеологию, а общественный дискурс такой, да, кто-то там, у нас есть национальный марафон, кстати, это же инструмент, который влияет на всю страну. Ну, я говорю, если бы использовать этот инструмент, там, да, то есть и поднять такую... Да, даже не для дискуссии, а даже для вот чтобы выпускать туда людей, которые задавали такие, ставили вопросы, чтобы те, кто слушает, начинали задавать, а может быть, как Верка сегодня, а может, то я? То есть поднимается какой-то вопрос. А как мы там... Ну, вопрос можно было поставить очень просто. Как так мы обустроили нашу жизнь, что мы получили за 30 лет такие результаты? И это люди, ведь в большинстве случаев все-таки, ну, основная масса – это люди управляемые СМИ. То есть, если вопрос ставишь, люди начинают в эту сторону как бы там думать. Как это не смешно может выглядеть, парадоксально, но если в России сейчас Путин заявит там, о том, что операция прекращена в силу того, что там тыры-пыры и так дальше, больше никаких претензий к Украине мы не имеем, мы отходим, они поверят. То есть это масса, которая управляема. То есть какая-то часть радикальная, там, типа какого-нибудь Стрелкова, там, возбудится, а основная масса просто закивает, поймет, ну, наши руководители умные, они же сами понимают, что нужно делать. Они поверят. Потому что создана управляемая ситуация. У нас есть, например, национальный марафон. Вот пространство, в котором можно было бы создавать эти вопросы. Вопросы, естественно, эти никто не ставит и ставить не будет, потому что тем, кто ставит, придется занять позицию ответственности за свои действия. А как так произошло? Что произошло, вот то, что произошло? Там предатели в СБУ были? Окей, а кто вообще это руководил? А вот этот человек? А как он там оказался? И много интересных вопросов. И тогда нужно кому-то будет выйти с покаянием.
Ну, на это решиться — это сложный вопрос. Как бы, да, то есть, с одной стороны, это как бы важное было бы действие, и, может быть, кстати, это могло бы вызвать, наоборот, вал поддержки, как это ни парадоксально, но это вряд ли кто сделает. На футболочке уже писали, моим правом. Ну, да. Ну, я даже вот так, если моделировать, я представляю, предположим, наша власть выходит и говорит: да, это трагические ошибки. Вот если искренне от души. Я вот не уверен, что будет отторжение у населения. Я думаю, наоборот, может... А? Это наоборот может вызвать какой-то такой момент искренности. Но это такой сложный шаг. То есть, как бы, я сейчас так от балды говорю, да, то есть, если это продумать, прочитать, вот это могло бы привести к каким-то там изменениям. Что когда изменения наступают? Когда лидер меняется. То есть, всегда лидер задает изменения в компании, например, наступают после того, как лидер демонстрирует пример. У меня была такая ситуация, рассказывал. Значит, компания, давно это была одна такая большая международная компания, там это лет 15-20 назад. Значит, мы встретились с HR, это управление персоналом. И говорят, мы решили инициировать в компании программу развития лидерства. И у нас планируем, у нас очень много людей. Там, значит, короче, нам нужно провести 10 тренингов на тему развития лидерства для среднего и высшего управленческого звена. Что мы теперь считаем, что для того, чтобы выживать на рынке, они одни из лидеров рынка были. То есть там еще вторая компания, две компании было, и несколько маленьких. Нам нужно, вот мы посчитали, что нужно переходить к развитию лидерства. Не авторитарное управление, а чтобы вот каждый был лидер и принимал решение. Отличная тема, еще интересно. Надо же с группой пообщаться, ну, чтобы как бы понять с теми, кто будет участвовать, вот их какие-то вопросы, настрой и так далее. Я начинаю общаться с ними индивидуально, там, встречаться с каждой группой. Они как-то скучно на это реагируют. Они могут понять, ну как бы это же обучение, лидерство. Они как-то очень скучно. Я и так, потом в какой-то момент они говорят: а какой смысл? У нас все генеральный директор определяет. Сегодня определяет одно, а завтра может прямо противоположное сказать. Вот к чему это лидерство? Я как-то удивился. HR говорю: ситуация сложная. Говорит: ну да, сложная, но давайте проводить все-таки. Ну ладно, говорю, посмотрим. Значит, я говорю, но все-таки мне важно было бы, чтобы на первое мероприятие, где соберется самый высший управленческий уровень, пришел генеральный директор. Говорит: а зачем? Ну, говорю, чтобы он сказал, не я сообщал людям, чтобы он сказал, вот его цели такие-то, такие, вот ради этого проводятся. А то сейчас я скажу им, они скажут: фе, это неправда. Ну, окей, договорились, значит, собирается группа руководителей, там такие приходят региональные руководители, все такие, значит, с золотыми часами, там, ну, хорошо обеспеченные такие дядьки, садятся, приходит генеральный директор, он иностранец, и он 20 минут там где-то приблизительно рассказывает о планируемых изменениях. Очень красивый рассказ, значит, сложности на рынке, конкуренция. Для того, чтобы победить конкуренцию, мы можем за счет того-то, а чтобы это реализовать, нам нужно 5 изменений в компании. И вот список. Он очень логично, все разумно, логично, я полностью согласен. Один из пунктов, там, программа развития лидерства. Он закончил, попрощался, уходит. Я говорю: слава богу, человек сказал, то есть я могу теперь апеллировать к нему. Он ушел, я обращаюсь к людям, значит, к участникам, говорю: ну, что вы думаете о том, что сказал генеральный директор? Они на меня смотрят: а что он сказал? Я говорю: ну, в смысле, он только что сказал, то он всегда все что-то говорит. То привычно всегда начинает мероприятие, потом уходит, а мы потом учимся. Ни один из них не вспомнил все 5 пунктов. Ни один. В компании устоявшаяся система, которая, по сути, ну, устраивала, не устраивала, но все в ней жили. То есть это стоило очень больших денег, весь этот проект. Потом этот HR-менеджер на тусовках HR-ов проводила презентации этого уникального проекта для руководителей служб других предприятий. Эта презентация выглядела действительно очень интересно. Я бы сам в этом поучаствовал бы. То есть там все было логично, красиво, только это полностью не соответствовало тому, что было в жизни. Но рассказывать, то есть, причем самое смешное, все были довольны. Все были довольны, HR был доволен, она как бы получила, значит, какой-то бэкграунд и какую-то популярность в HR-овских кругах, подняла свою себестоимость и смогла устроиться там с большей зарплатой. Значит, сотрудники компании как бы... Ну, нормально, поотдыхали несколько дней, выехали. Генеральный директор ощутил, что он управляет компанией. Я получил деньги.
То есть как бы все довольны, ничего не поменялось. Причем цели были заявлены. И вот для меня это мало чем отличается от того, что происходит у нас в стране, когда говорят о реформах. Как говорил предыдущий президент, помните, каких реформ тебе еще не хватает? То есть вот она ситуация. То есть, как бы завершая, дальше можно к вопросам перейти, чтобы ну, была возможность что-то еще поотвечать. Ключевой вопрос, который я поднимал в стране, это вот действительно, как мы до этого дошли? Значит ли это, что надо со всеми сразу поднимать? Ну, может быть, и не со всеми, может быть, как минимум в каких-то кругах интеллектуалов или элиты. Вот, например, да, то есть мы обсуждаем, это же какой-то дискуссионный клуб. Вот этих клубов в стране какое-то количество могло бы быть. Да? То есть есть некоторые люди, которые могут осмыслять, продуцировать там, и так далее. Такие тексты появляются, они на кого-то влияют и в какой-то перспективе могут повлиять там, на ну, население страны. Но это обычные перспективы, чтобы мы понимали, все изменения, естественные изменения, это поколенческие изменения. Это 20 лет. Ну, объясняется очень просто. Мы начинаем сейчас, как начинаем? Ну, детям начинаем рассказывать что-то новое, а дети ничего старого еще не слышали. Они это впитывают, через 20 лет они уже другие, там через, они становятся избирателями. Значит, те, кто был как 20 лет назад, те, кто начинал эти изменения, они уже костные, они никогда не поменяются. Но поменялась структура избирателя, они же умирают старые, а этих становится все больше. Происходит изменение. Вот естественные изменения поколенческие, 20-30 лет. Начинаем сейчас, процесс, скажем, изменения будет через 20 лет. Что просто эти люди придут и начнут выбирать, начнут как бы приходить во власть, они с другими мыслями будут. Это нормальный процесс. Поколенческие изменения, вот еще один пример поколенческих изменений. Помните расстрел, значит, румынский диктатор, как он, Чаушеску? 8, по-моему, 89-й год, или когда-то его расстреляли. Значит, и значит, социологические как бы, данные, исследования, то есть где-то приблизительно лет за 25, за 20, я не помню точно, до этого, Чаушеску в Румынии запретил аборты. Просто запретил. Соответственно, количество молодого населения резко начало возрастать, молодежи. Через 20 лет их стало очень много, а работы много не стало. То есть получилось большое количество молодых людей, радикально настроенных, как всякая молодежь, но без каких-либо перспектив на будущее. Эти молодые люди его и расстреляли. Те, кто родились благодаря ему, в конце концов его и смели. То есть, если понимать разумным образом, то в действительности 20-30 лет изменений, а в стране уже 30 лет. То есть мы уже могли бы это получить. Просто за счет того, что планомерно меняется система образования, и постепенно происходит изменение за счет того, что просто молодые люди становятся другими. Начиная в этой точке, смотрите, еще опять, мы ничего не поменяли. Если хотим изменить, 20 лет. Ну, тут еще же получается нежелательных, а значит нелюбимых детей много появилось, да? Ну да, то есть и этот фактор важный. То есть вот это как бы весь этот компот выразился, потому что революция молодежь делает обычно. Те, кому как бы, жизни не жалко, у кого радикальное как бы, настроение. Там. А в нашей ситуации, смотрите, 20 лет, если мы хотим построить, нам нужно сейчас что-то закладывать. А что мы будем закладывать? Есть что закладывать? А что? Нету. Так его вообще никого нету. Просто, например, если перевести все на украинский язык, ну а что это дает? Мы просто станем на украинском языке нищими, но на украинском языке. Ну тогда жалко язык. Зачем так унижать язык? А с другой стороны, если говорить о языке, то общеизвестные вещи. Как только страна становится производителем в мире чего-то ценного, я имею в виду каких-то ценностей, нового образа жизни, каких-то норм, идей, там, да, технологий, смыслов, науки, язык этой страны становится популярным. В самой этой стране этот язык становится популярным, потому что он символически связан с этой инновацией. Да, потому что это был язык свободы. То есть язык инновации, свободы. Английский то же самое. Да? То есть английский язык, даже не потому, что английские колонии. Потому что Соединенные Штаты были ключевым производителем нового образа жизни, науки, там, науки, технологии. Английский язык, потом китайский, потому что Китай играет определенное мировое значение. Все. То есть вопрос с языком решается на самом деле очень просто.
Что-что? Ну, как минимум, просто чтобы договариваться. То есть китайский начинает учить, чтобы даже коммерческие переговоры вести. Поэтому логика с языком, вот, на мой взгляд, очень простая. То есть создаешь новые проекты, изменения в стране, дети с удовольствием учат. Потому что я видел детей, которые начинали вот, под воздействием родителей учить украинский язык с воодушевлением, когда были маленькие. Когда вырастали подростковый возраст, они отказывались. Я почему понимаю, почему. Что символически это обозначало не лучшее будущее, что у этих детей перспективы все куда-то уехать. Вот она драма, трагедия. Но магическое мышление – это когда я думаю, что если я закрою глаза, то исчезнет ситуация. То есть так дети делают, знаете, так, раз, закрывают глаза. Ничего нету. То есть начал говорить, вроде бы ты как бы начал говорить на этом языке, и на другом языке ты вышел из того культурного пространства. На самом деле вообще никак не влияет. То есть то, что происходит в Украине, если посмотрите по психологический тип, как бы, то есть мы мало чем отличаемся на самом деле от России. Как это ни страшно там, да, то есть очень много схожего. В примитивности какой-то там, в отсутствии рефлексии там, и так далее. И это языком не решается вообще. То есть это решается чем как-то по-другому. Но, к сожалению, вот когда мы начинаем в качестве изменений принимать не то сущностное, что влияет на ситуацию, а нечто, что символически близкое, ясное и очевидное, то это как бы такая, ну, подмена. Да? То есть я сейчас не в смысле, что, например, защиты русской культуры, а просто как бы показать, что это за механизм. То есть напала Россия. Россия – это русские. Ну, хотя понятно, что Россия – это не русские. Хотя там буряты, они тоже себя почему-то русскими называют. Ну, кашика. Ну, я их называю обычно, чтобы не путать, россияне. Значит, напали вот русские. Значит, дальше логика. Она же такая шизофреническая. На уровне не смыслов, а ярлыков. Русские напали, значит, русское – это вред, значит, Достоевский – мерзавец. Теперь, если мы уберем Достоевского, то должна измениться эта ситуация. Достоевский виноват. Ну, если логика верна, то если мы отказываемся от этого, если логика верна, то отказываясь от этого, причем я самое смешное, что людей, которые читали Достоевского, что в России минимум, что в Украине минимум. Ну, в России я сомневаюсь, что читал Достоевского. Это, в принципе, ну, нужно любить литературу, как бы, да, там читать. Ну, как бы, ладно, вот логика такая. Я сейчас не в защиту русской культуры, а именно по логике оценки ситуации. Что меняем это, убираем, там, сжигаем и так далее, что-то меняется. Но никак не меняется, потому что это никак не связано. Потому что по этой логике мы должны отказаться были бы тогда от немецких философов, от немецкой литературы, это нацизм. Дальше, мы должны бы отказаться от английской литературы и философии, потому что это работорговля. Что, собственно, и происходит в Америке под названием «отмена культуры». Но когда я кому-то там, философы, помню, дискутировали, я рассказываю, так это же один и тот же механизм. Нет, это другое. У нас это все-таки по-другому. Я говорю, так механизм тот же. Он совершенно такой символический. То есть, когда ты сносишь памятник Ленина, меняется ли как бы советский менталитет, если он остался? Да не очень. Он же не на памятнике держится, он же держится на типе отношений. Это вот тут что-то нужно менять. Это не значит, что я совершенно не о том, что нужно сохранять курс русской литературы или памятников. Грицак, Ярослав Грицак хорошо очень сказал, что я Достоевского люблю, но я знаю, что он шовинист. Как личность он мне неприятен. Но Достоевского как писателя я люблю. Памятники русским писателям, конечно, считаю недоречными. Ну, с какой стати столько памятников? Их нужно с улиц убрать, а писателей вернуть на полки. Вот кто хочет, пускай читает. Это как бы такой, это Ярослав Грицак, да, то есть человек, который, ну, можно было бы воспринимать, ну, не можно, в общем, он достаточно такой адекватный человек. Это как бы балансирует саму ситуацию, дисбаланс. Да? Мы убираем дисбаланс пропаганды какой-то там советской еще, потому что все это же идет Советского Союза. И как-то выстраиваем новый курс литературы. Ну, когда говорят о том, что вот цель убрать русскую литературу, это же негативная цель. А смысл, чем хотим добиться? Ну, чтобы было меньше русского.
Я не понимаю, в чем конструктивность. Например, конструктивность для меня была бы в следующем. Я отказываюсь от программы преподавания, от сегодняшней программы преподавания литературы и выбираю просто новую. Как ее выбрать? Я смотрю, что преподается, например, в лучших вузах там, мира для тех, кто учится на литературоведческих курсах, факультетах. Захожу в интернет, и там есть, например, 100 величайших произведений мира. Если мы хотим, чтобы наши дети были приобщены не просто к русской культуре, а к мировой культуре, так вот этот курс есть. К сожалению, там входят несколько русских писателей. Они туда пробрались. Достоевский в том числе. Самое смешное, что туда входят, на мой взгляд, украинские писатели, на которых в стране у нас не признают украинские, Гоголь и Чехов. Чехов прямую себя называл малороссом. Прямо в письмах, в текстах говорил. Гоголь, по сути, состоялся как писатель на... Ну, вот здесь. Да. То есть вот из пяти писателей русских, два — это Гоголь и Чехов. Там еще Толстой, Достоевский и Набоков. Но если я... Это к вопросу о мышлении, да? То есть мышление негативное, я хочу избавиться. Но когда я от всего избавляюсь, я просто, получается, курс строю не приобщение к мировой культуре, а курс избавления от русской культуры. А что я приобретаю при этом? Я же должен, ну, в какой смысл просто от чего-то избавляться? Чего я приобретаю от этого? При этом в курсе самое интересное в мировой литературе произведение Достоевского рассматривается в каком ракурсе? Как это повлияло на мировую культуру? У нас Достоевский рассматривается под другим углом. Как это повлияло на имперский менталитет? Что можно найти имперского в Гоголе и Чехове, как бы сложно понять. При этом эти же люди, которые вот таким образом голосуют за курс литературы, я уверен, на 100% не знают истории украинской литературы. Например, вы в курсе, в каком году была издана «Энеида», напечатана, издана? Ні. Перше видання, якому році було? Ще коли Пушкіна не було, ще Пушкін не народився. 1799-му Пушкіна, це раніше було. Зачем это сравнивать вообще? Пушкіна і Достоєва? Сравнивать в каком основании? Что те, хто как бы заботиться типа о культуре, вот, о чистоте культуры, они не знают своих корней. Так, ну, и «Энеиду» не читали. И даже не знают, в каком году она была издана. То есть язык, который в «Энеиде», это современный литературный украинский язык. Пушкин создателем является русского литературного языка. Это было лет на 30-40 позже. И когда было празднование, совсем недавно же было какое-то юбилей Котляревского, по-моему, то есть... Да, то есть это не было каким-то государственным праздником. Хотя его можно было бы признать вот, не только Шевченко, потому что Шевченко — это все-таки грустная такая поэзия, да? А там юмор, оно веселое. Держава свідомо проігнорувала цей ювілей, Котляревського взагалі, якби наша держава, ну держава — це я маю на увазі міністра культури і тих, хто... Так вони ж цих фактів не знають. Я от впевнений, що вони не знають, в якому році була видана «Енеїда». Тобто я зараз тому, що отрицаю щось, це ж не значить, що ти возрождаєш своє. Ну так, да, зараз буде сковорода, і ну, как бы, о сковороді будуть говорити на час ювілею, а потім забудуть, що ніхто не буде читати. Там сейчас Лаурус, например, издал двухтомник украинской литературы, называется «Крім Шевченка». Там есть много писателей, но за исключением Шевченко. Ну, про простой логики, про Шевченко все знают. Давайте включим туда тех, кого мало знают. И там не только литературные произведения, там еще об этих писателях статьи интересные. Причем туда были включены, опять же, это же вот на какой идеологии мы строим страну, писатели, которые писали украинские на русском и на польском языках. Потому что Шевченко, если вы в курсе, писал прозу на русском. А были еще и которые на латинском писали, и на польском писали. Это к вопросу, что является маркером идентичности. И вот этот двухтомник Лаурус издал, там прекрасное произведение, например. Но я не уверен, что борцы за культуру вообще знают, что такой двухтомник есть. Потом есть несколько томов, вот разных книжек, антология там украинской,
там детской поэзии, там какой-то, значит, эротической даже поэзии, любовной поэзии. Я не уверен, ну, я точно уверен, что они не являются популярными, эти книги. Но вот зараза же, Достоевского все знают. Это называется второсортность, вторынность. Когда ты меншовартість, когда ты знаешь слишком много о враге, но для того, чтобы алиби, ты его считаешь как бы мерзавцем. Но ничего другого ты кроме него не знаешь. И потом дальше вот эти все длительные дискуссии, доказывающие о зловредности Достоевского и всех остальных писателей. По факту, если так со стороны посмотреть, это несколько нездоровое мышление, такое шизоидное мышление, когда такое псевдотема в голове. Знаете, есть такое какое-то количество, есть такие люди, вот, ну, не все там, многие, кто увлекается эзотерикой, если послушать, они иногда часто странные концепции рассказывают. То есть такие, во-первых, ну, ничем практически не проверяемые, и причем вот сколько разных людей, столько разных концепций. Там, ты иногда послушаешь какие-то удивительные открытия о том, как устроен мир. Причем, а самое смешное иногда, когда слушаешь и понимаешь, что человек не понимает, что он в одном тексте смешивает совершенно там 5-6 разных подходов, между собой вообще никак не связанных. То есть происходит просто презентация чего-то на уровне слов, без какого-либо сущностного понимания, о чем идет речь. И вот эти вот дискуссии, которые в качестве примера привел, то есть моя позиция, считаю, чтобы снять, может быть, какие-то сомнения, я считаю, что действительно курс там преподавания литературы, я просто не знаю, как он сейчас в школе, он действительно, если там слишком много русских писателей, это нужно было обменять, но в ориентации на международный, как бы, международную программу. Но должен был бы еще и курс украинской литературы, не тот советский, к которому все привыкли, а вот этих писателей, которые достают сегодняшние исследователи, это же еще не всех достали. Причем есть такой, ну, был такой, если в курсе, Емельян Прицак. Кто-то знает, кто такой Емельян Прицак? Ну, вот вы знаете, да? Два человека, три. Емельян Прицак – это человек, который на Западе, в Гарварде, создал три кафедры украинистики, истории, литературоведения и еще какую-то. Потом создал в Гарварде институт исследования украинистики. То есть много чего там еще не... Все это создавал. Местная диаспора говорила, вы сумасшедший. Почему? Потому что создание кафедры в 60-х годах, когда он создавал, для того, чтобы создать кафедру в Гарварде, нужно внести 600 тысяч долларов. Ему говорили, а кто это будет, откуда мы деньги возьмем? И диаспора собрала деньги. Потом он, когда создавал институт изучения украинистики в Гарварде, это стоило уже 1 800 000, и они собрали эти деньги. У нас этого никто не знает. Причем он говорил о следующем. Это должно быть в Гарварде, а не в каком-то маленьком университете. Почему? Потому что Гарвард – это имя. Если это будет при Гарварде, об этом будут знать на мировом уровне. То есть это будет на высоком уровне. Он там к тысячелетию Крещения он создал концепцию празднования, там 50 томов запланировал издание памятников украинской литературы до 17 века, 50 томов, которые должны были изданы быть в фототипическом варианте, просто фотографии текстов, с украинским переводом следующее издание и дальше на английском языке. Вот это все должно было быть издано, часть не издана. И на английском обязательно, а не просто на украинском, потому что мы не должны окукливаться, чтобы только мы знали. Мир должен знать об этом. У нас в стране его мало кто знает. То есть он, значит, когда возникла независимая Украина, он из Америки вернулся. В 2007 году, по-моему, он умер. Весь архив завещал здесь. То есть человек, который создал на мировом уровне вот исследование, ну, то есть там в Гарварде есть кафедра изучения украинской культуры, литературы. Ну, и это другая кафедра, да? То есть имеется в виду, что на кафедре изучения украинской литературы, это же они что-то учат, это же не наш, скорее всего, школьный курс по поводу там каких-то произведений, которые мы знаем, то есть там что-то еще учат больше. Вот этого ничего нету, но зато, ну, казалось бы, бери этих специалистов и создавай здесь новую программу. Это к вопросу о мышлении, да, то есть к чему сейчас это мышление, о котором я говорю, это мышление анти. Помните книгу Кучма, которую я написал «Украина, не Россия»?
Вот такое ужасное событие на самом деле, которое тянется до сих пор. Украину всегда все определяют через Россию. Не, не через Совок, именно через Россию. Потому что там и Совок, на самом деле, Советский Союз, это же не Россия. Советский Союз, почему Путин не любит Советский Союз Ленина? СССР, Совок, в основном, чаще всего на Западе, просто... Ну, на Западе, да, согласен. То есть у нас до сих пор идентичность, идентификация идет через Россию, но в отрицании. И если вы заметите, это выражается в чем? Что самым ключевым лидером по сплочению нации является кто? Путин. То есть его действия приводят к тому, что что-то начинает сплачиваться. Местная власть никогда к сплочению не приводит, только краски. Это потому, что на ментальном плане Россия является точкой самоопределения для Украины. Ну вот в массовом дискурсе. То есть у нас все определяется через Россию фактически. Нету концепции Украины, в которой Россия бы не участвовала как-то, вот, ну, не включена была бы. Некоторая идея создания некоторого украинской реальности, украинского мира. Там Арестович говорит, украинская империя. Ну, что, хорошая цель. Когда говоришь о большем, хотя бы меньше может что-то получиться. А у нас все через это. То есть мы до сих пор вот в этой зависимости, только она как бы, когда, знаете, когда подросток... выбирает свой путь, протестуя против родителей, это выглядит, как будто бы он ищет свободы. На самом деле, всякий психотерапевт знает, что с этим подростком, когда он станет взрослым, придется разбираться с его связями с родителями, потому что отрицание кого-то, отторжение кого-то – это не менее жесткая связь, чем привязанность к кому-то. Что у тебя постоянно присутствует фигура, от которой ты отталкиваешься, но она постоянно присутствует как самоопределяющаяся. То есть то же самое у нас происходит вот в общественном дискурсе. То есть беда страны в том, что вот нету этого творчества. В чем ценно, например, когда вот выступает там Дацюк, да? То есть человек, который бурлит постоянно, создает, ну, у него натура такая, выбить всех из равновесия. Он просто как бы спокойно относится к тому, что кто-то будет плакать и страдать после этого. Он рассчитывает на то, что есть, появится некто, кто задумается. А если страдает, ну, Бог с вами, ваша проблема. Ну, человек как бы вносит какие-то идеи, это заставляет задуматься. Заметьте, обычная реакция все-таки это возмущение. Как так? На самом деле, если хорошо вслушаться, там, на самом деле это не туман. То есть он говорит о совершенно конкретных вещах, только в чем его особенность, он создает термины. И чтобы понимать, это на самом деле там нужно напрягаться. Это о нем или о вас? Когда мне пишут, Олег, вы как-то пишете непонятно, я говорю, смотрите, мне все понятно. Может быть, это у вас что-то с пониманием? Это такой тонкий вопрос, на самом деле, потому что, может, и вы правы, а может, и я. То есть, мне понятно, я понимаю, о чем я говорю. Я знаю, да. Значит... Просто когда я как бы разбирался там с Дзюковскими текстами, я понимаю, что он понимает, о чем он говорит. Я понимаю, что он делает, как всякий настоящий философ, создает новую терминологию. Вот знаете, есть философы, условно говоря, двух типов есть философы. Есть философы, те, которых изучают в курсе философии. Чем они интересны? Они тем, что они создали новую реальность ментальную. Они внесли новое понятие, новый мир. Мы их поэтому изучаем в курсе философии, правильно же? Платон чем важен? Смотрите, смыслы – это такое дело. Он эти смыслы выражал в терминах. Вот философы эти вносили новое понятие. Вот Платон с чем? Чем Платон как бы ассоциируется в первую очередь? С какой концепцией? Идеи. Он создал концепцию, как бы сказал о том, что существуют идеи, и идеи определяют мир. Мы до сих пор живем в этом ментальном пространстве. Дальше любого философа известного возьмите, это все философы, которые можно спросить, что они внесли. Вот такие-то концепции, такие-то понятия. Вот Дацюк делает это, то есть он создает концепты, которых до этого не было. Есть еще группа людей, которые тоже называют философы, без какого-либо уничижения, просто, ну, чтобы различать, которые толкуют о тех философах, которые создавали термины.
Ну, например, эти люди крайне важны, потому что без них бы мы бы плохо понимали бы, потому что мы с вами, нам нужно иметь все философское образование. А Боуместер имеет его там, да, там, или кто-то еще там. Эти философы важны, потому что они расшивают эти идеи, как бы позволяют там глубже понять, сравнивают еще и критикуют их. Но я бы их просто разделял просто для себя, чтобы понимать. Вот одни одно дело, другие другое, и обе группы ценны, потому что обычно философы, которые создают понятия, они крайне редко занимаются общеобразовательными вещами, но им скучно. То есть вы от них не дождетесь как, курса философии, может быть, но крайне редко там. А если и будет курс философии, который они сделают, то он всегда будет такой, который приводит к их концепциям. То есть они будут объяснять, использовать, как всегда, историю, использовать для объяснения своих убеждений. В этом смысле Передоцюк для меня он создает какие-то вопросы. Там, ну, например, даже достаточно вспомнить его эту методичку для президента, кто смотрел. Ну, такой уникальный курс. Я был очень удивлен, что это было озвучено. А потом меня еще удивило, как бы, что этим никто не воспользовался. Ну, там все объяснено. А незадолго до войны Дефюк написал там какой-то проект, что-то связанное с атомным оружием. Ну, на самом деле, очень интересный текст. Это написал философ, как бы, не ядерщик, не военный. Это не значит, что этот текст надо использовать. Там есть о чем мыслить. Там вопросы поставлены, их можно осмыслять. Вот что важно, скажем, чтобы состоялось, это задавание вопросов. Но философия – это и задавание вопросов, как обычно, это, по-моему, Боуместер же, да, это определение вносит. Задавание вопросов, мы задаем вопросы о чем-то важном, смыслообразующем. Для меня, как психолога, что такое философия? Это практический инструмент, потому что у каждого из нас, вы, может быть, это не озвучиваете, но все ваше поведение и ваши переживания опираются на некоторую картину мира, утрированно, скажем, на некоторую онтологию, которую вы не озвучиваете. Но если хорошо там немного выпить, там, скажем, или в искреннем разговоре, то хороший слушатель у вас в тексте это услышит. Люди начинают о жизни говорить. Вот там это хорошо слышно. Во что человек верит, как он видит мир. Это каждый из нас, на самом деле, вот, в каком-то смысле сказать, обладает вот этим уровнем, на котором поставлены философские определения. То есть, если каждый из нас бы это обнаружил в себе, осознал, что вот мы, и начал бы ставить вопросы, а что это, вы бы сразу стали философом. Ну, как бы один из вариантов. Ну, что такое поиск истины? Мы исследователем становимся. То есть мы становимся исследователем, начинаем исследовать. Знаете, такое произведение есть «Платон Пир», диалог Платона Пир. Есть в интернете, можете найти аудиоспектакль. Пир – это одно из ключевых там диалогов Платона. Он там об Эросе говорит, такой серьезный текст. Значит, ну, когда я говорю Платон и диалог Платона Пир, как бы такой, серьезные люди там, да, говорят о серьезных вещах. Когда вы включите аудиоспектакль, он буквально воспроизводит то, что пишет Платон. Это мужчины в бане после попойки. Они по очереди заявляют, что очень сильно болит голова, им очень плохо. Они в бане, и один из них говорит: давайте все-таки по привычке, как традиционно, поговорим о чем-то интересном. О чем поговорим? Давайте об Эросе. А как будем говорить? Ну, как обычно, по кругу. Каждый начинает говорить свой вариант. Весь диалог – это разговор мужчин после попойки об Эросе. Если почитаете, это просто разговор в бане. Каждый рассказывает свою какую-то версию, свое понимание, как он думает. А там не философы сидят. Там есть и Сократ приходит, но там и другие люди, но там текст Сократа не выделен как какой-то главный. То есть каждый из них приводит какую-то свою версию. Это вот разговор в бане не совсем трезвых мужчин. А мы можем думать, что философия – это что-то серьезное, где-то там умные люди с дипломами. Ну, им выгодно этим умным людям с дипломами быть, тогда это как-то говорит, что они обладают правом на философию, а вы единственное, что можете, просто послушать их. Послушать, вразумиться, начать потом воспроизводить, скажем, чужие мысли. На самом деле у вас же есть свои мысли,
И разговор в бане там о чем как построен? Каждый начинает высказываться, и на этом дискуссия возникает. То есть как стать философом? Мне нужно высказывать свое, какое-то, свои представления, а вы, искренне интересуясь, задаете мне вопросы на понимание. А почему, Олег, слушай, а что это? А тут же у тебя противоречие. Я начинаю думать. Да, и получается философский текст. По сути, я что-то начинаю объяснять. Я сейчас не смеюсь, я серьезно говорю. То есть, если, скажем, остаться в режиме, что есть некоторые философы, которых нужно понять, вот как бы послушать курс Баумейстера, усвоить, это хорошая вещь, это называется школьное образование. Но это начальные классы. Вот я считаю, что то, что рассказывает Баумейстер, это должно было быть преподаваться в школе. Ну, младшие классы, наверное, средние, это слишком рано. А вот старшеклассники, это должен быть обязательно вот этот курс. Вот он там рассказывает про мышление. Там не требуется каких-то серьезных усилий. Там просто нужно, чтобы люди поняли развлечение, что является чем, как называется, чтобы они смогли потом оперировать этим, когда вступят в дискуссию с кем-то. А ситуация драматическая в нашей стране – это вынуждены слушать с интересом взрослые. Потому что нам никто этого не рассказывал. В какой-нибудь царской школе курс логики включался в школьную программу. Курс логики и латинского языка. Ну ладно, латинский нам не нужен. Курс логики. В мое время, когда я учился, это была часть университетского образования. То есть это говорит о такой уровне, в каком-то смысле, деградации образования. А логика, ну что такое логика? Там же простые вещи. Потом мы удивляемся, почему взрослые люди не обладают критическим мышлением, почему это ахинею несут, и даже не задумываются, что ахинея. Они просто даже понятия не... И когда им скажешь, послушай, ты сейчас нарушил формулу силлогизма, он даже не поймет, о чем идет речь. А если вы там почитаете, то формула там простая вещь. Есть посылка А, посылка Б, из нее вывод. Ну, есть некоторые правила. Ну, так я же говорю, базовая логика, вот это же как бы потом не будет возникать вопроса, откуда критическое мышление, почему не хватает. Там не, я вообще считаю, что не совсем правильная формулировка, там мышления просто нету. Что критическое мышление какая-то такая выдумка странная. Мышление либо есть, либо его нет. Оно не бывает каким-то там критическим или некритическим. Мышление в основе своей имеет такую функцию, как способность различать, отличать. Чем больше нюансов мы различаем, тем больше объектов у нас, которые мы можем осмыслять. Ну, я согласен. Знаете, вы сейчас говорите еще более какую-то сложную вещь. Вы говорите, что для того, чтобы мыслить... Да, ну, вы... сейчас была сказана другая фраза. Да, но вы сейчас, смотрите, говорите о следующем, что нормальный человек, я отрепетирую вас, не мыслит, а верит. То есть мышление – это нечто другое, чем вера. То есть я ни во что не верю, я просто интересуюсь, мне любопытно, я различаю. А вера – это что-то другое. Теперь вот смотрите, мы сейчас такую вот сформулировали такую позицию, диспозицию, да, есть вера, мышление. Для большинства людей это непонятно будет. Что такое вера, что такое мышление. Мнение, то когда говорят, вот я имею свое мнение. Это есть что-то, основанное на вере. Если помните, да, мы уже заканчиваем, наверное, сейчас время на вопросы. Помните Шарикова, кто фильм смотрел? Чем вы занимаетесь? Я читаю переписку Каутского с Энгельсом. И дальше, и что вы об этом думаете? Это что тут думать? Взять и поделить. То есть это отсутствие мышления. А то, что сказал Шариков, это мнение. На чем основано мнение? На своих интересах. Шарикову любопытнее всего взять и поделить. У нас время истекает уже. Может быть, какие-то вопросы по итогу? Да, є питання. Я не хочу, звичайно, загострювати. У нас забагато Достоєвського, але «Брати Карамазови» варто прочитати. Я про що... Якщо говорити про Росію і Україну і про ідентифікацію нашу через призму Росії, а чи не здається вам, що все ж таки Росія загострює на нас свою увагу, і це є одна із причин війни? Мені, на мою думку, що якби Росія не мала претензій на нас, на Київ, на православ'я, на хрещення, на наш інтелект і так далі,
то ми б за 30 років незалежності вже читали б до цих пір Достоєвського в українському перекладі із англомовною інтерпретацією. Тобто, яка роль самої Росії в нашій травмі? Бо я так розумію, що у нас сьогодні багато емоцій з цього приводу, тому що напад, агресія, злочини стосовно нас. І тому це дуже актуально для нас. Можливо, якби не було цієї уваги Росії до нас і бажання нас прив'язати до себе або стерти нашу ідентичність, нашу окремішність. Бо в їхньому розумінні ми русские, тільки неправильні русские. Те, що, так, що ви говорили. Те саме, кстати, да. Те саме розділення. Слегка порчені русские. Так, підпорчені русские. Може, якщо відкинути їхні претензії до нас, то чи були б ми іншими? Можливо, це просто травма, нам треба якось над цим... Тут два моменти є. Ми не можемо це зробити фактично. Ну, тобто ми можемо сказати, нам пофіг. Вони сказали, а нам не пофіг. Тобто ми не можемо це змінити, тому що це в їх головах. Це раз. Проігнорувати це опасно, тому що вони все одно будуть мати претензії. Еще один пункт. Вот помните, я говорил о ситуации муж и жена. Нету отдельно России, отдельно Украины. Это есть ситуация, в которой Россия и Украина вовлечены. С нашей стороны это вот как бы мы отстраиваемся от России. Но чтобы понимать Россию, почему они так думают, нужно же как бы идем в начало. Кто создавал идею триединого народа, ради чего и кто создавал империю? Это создавали киевские интеллектуалы. Это синопсис, который был написан в Киеве, Гизели, по-моему, монах. То есть это Российскую империю создавали интеллектуалы из Киево-Могилянской академии. Только не, тут надо правильно понимать, они не создавали некоторую империю, которая будет гнобить украинский народ. Они искали вариант, они же с Польши ушли, как бы, да, как интегрироваться в новое сообщество и создать... Смотрите, навала турки, для этого достаточно было казакам защищаться. Они были заинтересованы в интеграции в новое, скажем, верхушку нового государства. И они создавали, естественно, новый проект. Весь 18 век в церковном управлении Российской империи доминировали украинцы. То есть весь 18 век – это был, по сути, век доминирования украинских интеллектуалов. Екатерина II уже начала там все это дело менять, унифицировать империю. Когда это как бы, я к чему сейчас говорю? Когда это создавалось, создавалось для других целей совершенно. Там не было вопросов, они тогда не мыслили, те люди, которые создавали, вопросами национальности, там, такого ничего не было. На тот момент империя воспринималась как продуктивное совершенно образование, которое будет и с турками сопротивляться, и против поляков, и против шведов. То есть на тот момент это было некоторое такое конструктивное образование, в которое украинская элита занимала свое место. Дальше, если вы в курсе, когда ликвидировалась гетьманщина, гетьманат и Запорожская сечь, это же произошло в каком-то смысле бескровно. Вся казацкая старшина в обмен на ликвидацию гетьманщины получала права российского дворянства. Это было выгодно для них. То, с чем мы имеем дело сейчас, началось уже в 19 веке. Это когда началось во всем мире национальное такое какое-то самоосознавание, возрождение. И в этом смысле Украина никак не отставала. Что Германия в начале 19 века сформулирована была идея немецкого духа, что украинские какие-то вот энтузиасты начали исследовать украинскую культуру, этнографию в начале 19 века, что в Германии потом появились писатели, в Украине появились писатели. И мы имеем дело с процессом рождения нации в империях, когда империи уже распадались. Это несколько другой процесс. И если понимать всю эту взаимосвязь, вот как бы, да, то есть как бы оно несколько сложнее, то есть получается для самой России оно в основе заложено, что Россия основана вот на этих концептах. Если без этих концептов, то это как бы уже не Россия. Нужна некоторая конструктивная работа, конструирование, пересоздание.
Но я, честно говоря, не очень понимаю, как можно переконструировать понятие России под что-то другое. Это, скорее всего, обычно такие вещи, вот как Австро-Венгрия, да, ее больше нету. Есть несколько национальных государств, все. Я, честно, вот как бы считаю, что Россия, она как бы в основе этой Российской империи, не может быть изменена. То есть там концепт стоит, который был создан еще при Петре I, потом Екатерина II усилен. Это основано на единстве славянских наций, на, скажем, православии там и так далее. Такие вещи обычно ликвидируются. И только за счет того, что появляются новые национальные идентичности, проблема снимается. То есть, потому что Россия, сам концепт, он основан на вот этом. Поэтому вот эта война в каком-то смысле неизбежна. Она онтологическая война, война за смыслы. Украина пытается как-то отделиться вот таким каким-то корявым путем, все время ощущая себя антироссией. Россия пытается сохраниться. И вот этот процесс, к сожалению, если бы были, скажем, некоторые интеллектуалы, которые могли бы это осмыслять... Вот, там шовинизм один. Ну, шовинизм этот же основан на вот этих концептах, на этих идеях. Они борются за эти идеи. Знаете, как вот так вот, через Украину прошло в Россию. Наши университеты созданы на 100 лет раньше. Конечно. Смотрите, там же процесс происходил как? Наши университеты, потом все эти интеллектуалы создавали университеты в России. Потом Украина как бы в этом смысле как автономия исчезла. И вот 19 век — это новая волна. Значит, Киевский университет, если я не ошибаюсь, был создан... Да, но вследствие чего? А Киевский университет вследствие чего был создан? Да, потому что были волнения в Польше, польское восстание. Император принял решение ликвидировать этот рассадник свободолюбия, и благодаря этому появился Киевский университет. То есть это уже как бы несколько другой виток истории там. Но вот сложность состоит в этом, что, условно говоря, должны были бы быть люди, вот я сейчас рассказываю, да, то есть я же не историк, я просто историков слушал, читаю, да, а это должны были быть люди у власти, да, то есть кто создавал американские Соединенные Штаты? Это люди очень хорошо образованные. Это люди, которые читали философов. То есть текст, который они создали, вот что такое американская мечта? Берете Декларацию независимости и читаете первые два абзаца и последний абзац. Все в середине не читаете, потому что там неинтересно. Там очень просто сказано, нам сейчас это воспринимается естественно, а там сказано совершенно инновационные вещи на тот момент. Каждый человек обладает дарованными Богом и неотчуждаемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для того, чтобы это обеспечить, народы создают правительство. Если правительство начинает себя плохо вести, народы имеют право их сместить. И чтобы это не повторялось слишком часто, для этого делается там какая-то система. Это два абзаца первых. Потом дальше идет там штук 20 абзацев неинтересных. Английский король сделал нам такие гадости, поэтому мы отказываемся. И последняя фраза там в конце текста. Мы, подписавшиеся, это же как бы люди богатые, обеспеченные, гарантируем, как там было, своей честью, богатством, достоинством и кровью вот соблюдение этих правил. Клятву принесли. И они это реализовывали. Вот образец создания государства. Вот, они же там подписали, что отвечаем кровью, жизнью, богатством. Всем. То есть они полностью это... И они реально отвечали за это. То есть они реально это все создавали. Ну да, это была дискуссия, то есть это был вот процесс такой, то есть не просто диалог, там бойня какая-то интеллектуальная в каком-то смысле. Да. Да, ну вот в конце концов они создали это. Вот как бы яркий пример, да, что такое создание нового. То есть в любом случае в основании нового, если это государство, должна лежать идея. А у нас ее нету. Вот идея, которую мы драматически говорим, это антироссия. Это плохая идея, потому что это всегда гарантирует войну. Это не идея. Ну, это замещение, да, это как бы нечто замещающее идею, паразитирующее на место идеи. Это нам всегда гарантирует противостояние. Поэтому я так длинно отвечал на вопрос, но вот ситуация реально серьезная, связанная со смыслами. И еще был вопрос, наверное, вот и... Ответьте на свой же поставленный вопрос. Как мы к этому пришли?
Неадекватность и романтизм. То есть, если помните, значит, рух, да, это 90-е, когда создавалась идея, помните, тогда все говорили о том, что Украина – самая богатая республика. Больше всего шансов у Украины среди всех республик достигнуть… Да, она и была тогда богатая. Сейчас Украина на самом последнем месте. Чистая романтика. Чистая романтика с отсутствием какого-то вот реального анализа, что нужно менять, реального проектирования, реального изменения. В конце концов, к власти, как обычно, как вот после всех Майданов и после руховцев, приходят люди совершенно другого порядка, которые решают экономические вопросы. В конце концов, господин Кучма создает государство, которым он мог как-то управлять, олигархическое. То есть мы живем в олигархическом государстве. Коррупция, ту, которую все проклинают, является связывающей нитью, связывающим ключом как бы нашего государства. То есть коррупцию нельзя просто так отменить, государство рухнет. То есть оно просто простроено все на коррупции, все на связи. Вы же все сами знаете, что если нужно что-то решить, каждый из нас знает, к кому нужно подойти и обратиться. Никто не думает о законах, правах и судах. Все понимают, что это не то. А должны быть люди, которыми нужно обратиться, с которыми можно договориться и решить. Ну вот, то есть, поэтому это, я бы сказал, что государство мы получили случайно, распад Советского Союза. Если помните, в середине года проголосовали все за сохранение Советского Союза, прошло полгода, ГКЧП, все проголосовали за распад Советского Союза. То есть государство свалилось внезапно, без какой-либо идеи, никто ничего не продумывал. Поэтому воспользовались теми концептами, которые были созданы когда-то. Грушевский, который создавал все концепты Украины, был социалистом. Следующий элемент, который был активно участвовал в созидании Украины, это националистическое движение 30-40-х годов. Оно тоже из националистическое, с социалистическим уклоном. У нас других концептов не было. И, ну, советский, российский, все. То есть никто не потрудился подумать о том, что мы хотим построить. Была фантазия, что раз у нас такие поля, такие борщи и такая территория, столько богатств, то все будет хорошо. Ну, это как бы дальше можно обсуждать, на каких основаниях строить, но должны были бы быть дискуссии. И тогда последний вопрос или заканчиваем? А, тогда два вопроса. Вот хороший вариант, как бы, знаете, для себя признать, Украина закончилась. Вот то государство рухнуло, все, его нету. Мы в катастрофе. Нам нужно, вот как Германия после войны, надо создавать новое государство. Вот это была бы, наверное, правильная позиция. Два пытания буквально быстро. Первое, можно ли создать лидера просто этим местом? И второе, как вы же социальный психолог, как можно отучить людей от плакатного мышления, то есть веры в Бога? Создать лидера невозможно, потому что лидер – это тот, кто создает сам. И кто хочет там посмотреть, что такое становление лидера, хороший фильм, я часто рекомендую, «Свободный штат Джонса». Это по реальным историческим событиям гражданской войны в Америке. Там как человек становится лидером от безвыходности. Ну, можно почитать там исторические какие-то варианты, там Ататюрк там, и так далее. То есть вот он либо есть, либо его нету. Как бы, к сожалению, вот так вот. Как отучить? Ну, это школа. Вот это 20-30 лет. То есть это в школе через 20-30 лет, если там будут учить силлогизм и логику, и будут ее учить на примере рекламных кампаний. Ну вот, представляете, в школе людей учат логике критического мышления не по учебникам, а берут рекламные ролики кампании и разбирают их на предмет несоответствия. Мы получим детей, которые там через 10 лет будут все это вот так и считывать. И так не работает. Мы президента критично ужимаем. Смотрите, детей, которые критически, учебный курс будет построен на анализе. Например, берем, вот считаем, что у Пушкина есть стихотворение, Бродского есть стихотворение по поводу Украины, такое очень неприятное. Вот я считаю, что его нужно, и Пушкинское есть стихотворение по поводу польского восстания, оно тоже такое шовинистическое. Да, я бы их включил оба в школьный курс,
чтобы анализировать, что такое литературное произведение, что такое идея и смысл, что такое литературная форма. Как с помощью литературной формы можно продвигать самые ужасные, страшные вещи. Вот я бы специально это включал. А в школе, если помните, советской, включалось в курс то, что является некоторым идеалом, во что нужно верить. А я бы включал туда специально вот эти проекты, Mein Kampf, и разбирать его. Не, нету. И последний вопрос еще. Пане Олеже, дякую вам дуже за ваш виступ. Питання таке. Як я розумію, що філософи створюють сенси, а мова певної країни їх передає, транслює. Так. То питання, продовження того, що сьогодні ви нам розповідали, наступне. А що за сенси, чиї, які ми будемо транслювати в подальшому, якщо зараз, наприклад, не до кінця або зовсім не скористаємося шансу або спроможності перейти на українську мову і використовувати її як панівну в нашій країні? Дякую. Мова буде популярною, коли на цій мові філософи будуть создавати тексти нові, бо тоді вона буде популярна. То есть, потому что немецкий язык изучали те, кто интересовался немецкой философией, там экономика – это английский язык. Если этих смыслов не будет, ну, перейти на украинскую мову мы сможем. В конце концов, там всякими запретами и так далее, в конце концов, это можно будет анализовать. Хотя я как бы скептически к этому отношусь, потому что вот сколько, это же насилие над тем, как человек думает. Вы же не можете проконтролировать, как в семьях общаются. То есть, мову будет усваивать, вот смотрите, всегда были вспышки, когда был интерес к языку, когда люди переходили начинали на украинском языке говорить, когда возникал энтузиазм и вера. Я вот наблюдал, как в Одессе там после 14 года у них там включилось, а потом, когда благодаря Петру Алексеевичу пошло разочарование, он все эти надежды обналичил, и пошел обратный откат. Вот символически. К сожалению, если смыслов не будет создано, если вот эти литературные произведения писателей украинских, которых никто не знает, не будут рассказывать, не будет интересной культуры, будет такая ситуация, когда, ну, как, собственно, она сейчас и есть, государственный язык все знают, им пользуются, но в быту там пользуются каким-то другим языком. Там. То есть, в принципе, это для государства не проблема. Это на самом деле достаточно, например, там, ну, много государств так построены были раньше, то есть несколько языков, это достаточно поздняя идея, один язык для всего государства. Там Англия несколько столетий жила в том, что низы разговаривали на английском, том английском, а верхи на французском. Российская империя так существовала. Пока не будет вот это вот креативное создание каких-то смыслов, а ведь в смысле как? Их же невозможно просто создать. Я же когда их создаю, я же их оформляю в языке. То есть они становятся живыми, развивающимися в этом языке. Они же сами по себе невозможно озвучить. Вот это становится сразу как бы тем, что интересует. Потому что всегда ведь в оригинале интереснее читать. То есть в оригинале лучше понимаешь. Поэтому если этого не будет, то как вы видите, какие смыслы будут продвигаться? Да те же самые, которые вот сейчас. Это их всего там несколько. Арестович там условно взял, классифицировал. Есть проект европейский, националистический, российский и советский. Советский умирает постепенно с количеством людей. Российский отторгается, потому что война. Ну, вот дальше европейский – это следующий на вырождении, потому что мы столкнемся, что такое Евросоюз. И все обнаружат, что это не украинский рай, что там как-то все по-другому. И последнее, националистический, когда в конце концов обнаружится, что таким подходом ты страну не создашь, либо ее нужно раскалывать. Когда, вот ответить на этот вопрос, когда появится вот эта идея, там зерно какое-то, сложно. Исторически, если посмотреть, это всегда процессы, которые занимали десятилетия. То есть идею немецкого национального духа, она была сформирована в 1820 году после наполеоновских войн. А Бисмарк, который создавал государство, это уже было через несколько десятков лет, лет через 50, по-моему, через 40.
То есть была создана идея, и потом Бисмарк реализовал. Грушевский создал идею истории Украины в конце XIX века, и благодаря революции возникло государство. То есть на самом деле это такие периоды длительные. Но вот Грушевский — это пример человека, который мы сейчас, для нас привычна история Украины. На тот момент это выглядело крайне странным — создать историю отдельной части империи. То есть это выглядело какое-то сумасшествие какое-то. Как это? То есть это полностью противоречило той истории, которая была создана до этого киевскими интеллектуалами. Он создал это в какой-то момент, там, после революции уже обрело какую-то такую популярность, и, по сути, так политическая нация начала формироваться сразу после Октябрьской революции, причем внезапно. В XIX веке, количество интеллектуалов, не крестьян, а интеллектуалов, которые разговаривали украинскую мову, можно было пересчитать достаточно было всех пальцев рук и ног, чтобы пересчитать, в Украине. Это люди, которые в конце решили формировать эту украинскую идею. Это вот все размножилось. То есть я имею в виду, что логика вот такая. Она идет от кого-то, от небольшой группы, но это должны быть люди, которые могут смыслы создавать. Если они создают, он дальше распространяется. Да, вот есть ви, і соберемо ще зал, тут ще появиться несколько варіантів. Ми зараз проговорили про такі широкі сенси, а темою у нас було особистісні стратегії змін. Я хотів би останнім питанням про великі ідеї, які необхідно чекати, запитати. От чи варто чекати якусь велику ідею, чи варто через якісь особистісні зміни спробувати її створювати? Ждать — это практически никогда не полезно, хотя в некоторых ситуациях и такой навык может присутствовать, уметь ждать, как в принципе. Но ждать чего-то конкретного — это всегда какая-то не очень хорошая вещь. Что мы можем делать? Мы же с вами не политики, да, то есть мы не у власти. Но если каждый из нас это начинает делать в своей жизни, реализовывать, берете и, например, там, предположим, нас интересует там украинская культура. Просто мы зараз тут, кто сидит, как каждый из нас может вплинуть на створение великой идеи? Например, вы берете и читаете этот двухтомник про украинскую культуру. Значит, Старченко, я не помню имя, значит, историк, она книгу издала об Украине в Речи Посполитой. Вот вы влазите в это все, у вас появляется гораздо больше в уме материала, который можно осмыслять. То есть убираются вот эти стереотипы, и появляется гораздо более сложный материал. И читая Старченко, начинаешь понимать, что, так нас учили совсем не тому в советской школе, то есть вообще все не так было. Сейчас очень много украинских историков хорошие тексты пишут, исследования Украины. Например, там Яневский про УПА, про Бандеру. Вот когда я говорил, надо на святое посягнуть, у нас наш батька Бандера, вот надо посмотреть Яневского, там такой текст, который сразу возникает вопрос, хочу ли я такого батька. А что-то Махно не вспоминает как батька, хотя это такое, а? Первое, что мы можем сделать, это у себя в уме формировать это новое развлечение, новое знание. Поэтому, когда вы окажетесь в какой-то сложной ситуации или ситуации выбора, вы по-другому прореагируете. То есть я могу это сделать сейчас. Я начинаю в этом разбираться, понимать, соответственно, я тогда не реагирую на всякие обманы и иллюзии. То есть когда я слышу, например, Бандера, «Батька наш Бандера», я понимаю, что советская пропаганда работает. Образ Бандеры как лидера национализма был создан в Советском Союзе. Это совершенно советский конструкт, который продолжает работать, их пользуется Россия. А так как у нас какая логика? Раз Россия нас так ругает, значит, мы такими будем. Назло. Вот начинаешь разбираться, начинаешь понимать, что как-то это не совсем похоже на то, что свойственно всей Украине. А, например, там Махно изучаешь, это очень похоже. Когда самоорганизация, типа анархия, но порядок. А без глобального мышления это возможно? Что такое глобальное мышление? Я сейчас говорю о том, что каждый из нас может делать, да, то есть насыщать себя этой информацией, когда много такой информации, которая не стыкуется в какую-то одну правильную картину. Ведь в курсе психологии там буквально, когда есть такой понятие, курс мышления, там когда развивается мышление. Мышление развивается только в проблемных ситуациях. Когда возникают проблемы, которые невозможно никак с ними справиться. Когда у вас много информации, она не складывается в целое, это заставляет думать
А как же это может быть? Что это? К чему это? Не, зачем ждать? Смотрите, я исхожу из всего следующего. Смотрите, что такое, завершаю, да? У каждого из нас своя, ну, как бы есть такое понятие судьба. Что такое судьба? Судьба там — это два слова. Знаете, как разбирается, если по корням? Чей? Божий. Вы все осуждены. Вы все осуждены. Если в этой ситуации, да, любит, поэтому дал шанс. Если в этой ситуации удастся вам разобраться с тем, что происходит, получите освобождение, легкость. То есть эта ситуация, как бы наша личная ситуация, я предлагаю это воспринять как нашу личную. Если я начинаю задумываться над этим, в чем я оказался, как я в этом оказался, я решаю свой личный вопрос, освобождаю там свои мозги от каких-то иллюзий, соответственно, возникают правильные вопросы, я начинаю задавать правильные вопросы. И мне интересно, человек, который мне отвечает, там некий политик или мэр, он мне что-то интересное ответит или ахинею опять скажет? Если ахинею, не идет. А если я не понимаю тех развлечений, я у него что-то спрашиваю, он что-то говорит, и думаю, наверное, разумная людина. Помните, как этот Голохвастов? То есть, если послушать его текст, там ахинея полная. Так вот же, ну что ж, а тут разумная людина. В чистом виде наша ситуация. Да? То есть вот политики говорят полную ахинею, а слушатели слушают, как бы избиратель говорит, ну, умный человек, наверное. Ничего же не понятно. Вот у меня оппонент говорит, раз непонятно, значит, что-то они... Обычный избиратель говорит, как? Раз непонятно, значит, разумный. А вы как-то вот неправильно реагируете на мои слова. Да. Спасибо. Всем спасибо. До новых встреч.